Да, там в некоторых больницах сделали пандусы, но они неудобны. Я не видела, чтобы люди там ездили, им было удобно. Вот. А так, посмотрите сами, посмотрите, куда ни пойдешь, нигде нет пандусов. Ты, если можешь спуститься, ну, должен кто-то в этом помочь, государство или кто-то. Должны какие-то делать подъезды в самом, ну, парадном входе сделать, еще какие-то помощи ему оказывать, чтобы он мог в тот же троллейбус зайти или заехать, или что-то еще. Ну, честно, я этого не видел и не вижу у нас в городе пока. Человек с инвалидностью по тротуарам проехать не может. Если вы обращали внимание, то люди на колясках, они просто передвигаются по проезжей части, что просто опасно для жизни. Я их как видел на проезжей части на колясках, так и вижу на проезжей части на колясках. Вот и все. Как вы считаете отношение, ну, молодежи, да, вот к этой категории населения? Как-то в Николаеве, оно как выглядит? К сожалению, никак. Никак, да? Как вы считаете, в чем проблема? Я боюсь, потому что, наверное, люди не понимают, что у людей есть эти особые потребности, или еще хуже, люди могут бояться людей, тех, которые отличаются от них. Наверное, сейчас лучше относятся к людям с ограниченными способностями, потому что, наверное, вот война повлияла на эту ситуацию. Потому что у нас много знакомых тоже, которые пришли, вот, да, кто-то без ноги, кто-то там еще. То есть отношение людей другое. Хотя бы хотелось, чтобы было еще лучше, понимаете, но уже лучше. Вообще люди наши, они стали более приветливые, более общительные и социально, ну, как бы активными в этом вопросе. То есть они всегда помогут, поддержат, занести там и так далее. Но я думаю, что они погружены больше все-таки в свои проблемы и в решение своих проблем. Считаете ли вы, что им за этот год, который прошел, 16-й, возможно, как-то стало легче жить в городе? У меня инвалиды такие, которые сами не передвигаются по городу, они только сидят дома. Старики только у меня есть знакомые, они не ходят никуда. Одна колясочница, ну ее по Северному катают на коляске, там более-менее сделаны вот эти переходы, а так в городе я не знаю. Стало ли им комфортнее жить в городе, то есть элементарно передвигаться, более социально активно, может быть? Ну, во всяком случае, хотя бы речь об этом идет уже. Уже лучше. Уже делаются пандусы. Вот я работаю в ЖКП «Бриз». Это жилищно-коммунальное предприятие Заводского района. Делаем, оборудуем пандусы в подъездах по возможности. Но насчет дорог, я думаю, что удобнее стало, если начинают делать дороги. Вот мэр наш пускает автобусы. Вот я знаю, в Матвеевку там, да, люди очень жаловались. Я думаю, что это большая помощь, да, для таких людей. Я знаю, что делают очень много вот эти вот спуски именно для таких с ограниченными возможностями. Пока радикальных изменений, к сожалению, не видно. А радикальных что заметили? Ну, в общем-то, пандусы раньше начали делать, но как-то все это у нас вяло, медленно делается. Я думаю, надо ускорить эти работы, выделить дополнительное финансирование. Но я думаю, должны подключаться и ОСББ, и оставшиеся ЖЭКи, и другие структуры. А непосредственно, допустим, частные предприниматели, да, вот определенная форма бизнеса, доступ к этим изменениям? Думаю, что они тоже должны свою лепту внести. Только так совместно можно изменить ситуацию к лучшему. Добрий вечір, шановні глядачі, шановні гості, шановні експерти, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається по цей та по той бік екрану, щоб на програмі «Контраргумент» на телеканалі «Миколаїв» поговорити про найважливіше. І сьогодні ми будемо говорити про людей з особливими потребами. Про людей, яких називають інвалідами, я думаю, що це також не те, що, знаєте, як в Америці негр чи там афроамериканець, і обов'язково казати так або інакше. Думаю, що у такі нормальні швидкі речі, швидкій мові, напевно, простіше казати, все ж таки інвалід, хоча я думаю, що коли ми кажемо про них як про людей з особливими потребами, ми просто розширюємо розуміння цих людей і, напевно, що так казати просто правильніше не з точки зору політкоректності, а з точки зору сприйняття того, що цим людям справді потрібно. І саме про те ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо говорити, що цим людям для того, щоб реалізуватися, щоб бути повноцінними членами суспільства, якими вони себе самі почувають, потрібно мати доступ до всього того, що
мають здорові люди. Якось мені довелося певний час провести з ногою в гіпсі, і саме тоді я зрозумів, наскільки наше місто не пристосовано для тих, у кого є бодай менша, бодай якась невеличка і така проблема, яка з часом проходить. Втім, сісти в трамваї, втім, пройти по деяких коридорах, піднятися по деяких сходах, дуже складно навіть для у таких випадках. Що ж казати про тих людей, які цим живуть? Втім, ці люди не здаються. Втім, ці люди не тільки щось роблять для себе, вони дуже багато роблять для інших. І ось про те, як нам жити усім разом, як нам жити, не почуваючи, що це хтось такий десь там поруч. Як ми бачили, є певна така тенденція, так, навіть коли в розмові жінка казала, що інколи люди бояться тих, кого вони не розуміють, тих, хто інакше, ніж вони. Як нам бути усім рівними, усім допомагати одне одному і усім справді бути рівноправними та активними і корисними членами цього суспільства, членами нашої батьківщини, яка нам усім рівно дорога. Тому ми зібралися тут такою компетентною і дуже поважною компанією, щоб поговорити саме про ці речі, поговорити про дуже багато чого, що стосується справді кожного з нас. Я з задоволенням представляю наших гостей. Це Олексій Олександрович Долгих, позаштатний радник Миколаївського міського голови з питань вирішення проблем людей з особливими потребами. Будь ласка, візитівку. Олексій Долгих – позаштатний радник міського голови з питань вирішення проблем людей з особливими потребами. Займається благодійністю та питаннями освіти, покращенням умов життя дітей з обмеженими можливостями. Виховує двох дівчаток-двійняток з особливими потребами. Любов Петрівна Білкіна, виконуюча обов'язків директора департаменту соцзахисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Любов Білкіна, виконувач обов'язків директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Завдяки її діям в області забезпечується надання соціальних послуг окремим категоріям громадян. Розроблені обласні програми соціального захисту населення. І наш третій гість – Валерій Кисіль, тренер з фітнесу, співзасновник Миколаївського обласного благодійного фонду «Регіональний фонд благочестя». Валерій Кисіль – професійний тренер з фітнесу. Стаж роботи понад 15 років. Співзасновник Миколаївського обласного благодійного фонду «Регіональний фонд благочестя». Волонтер. З колегами розпочав пілотний проєкт із фізичної реабілітації ветеранів АТО, які отримали серйозні поранення на Сході. Був суддею на миколаївському етапі всеукраїнських змагань для ветеранів АТО «Ігри героїв». Отже, наших гостей ви побачили, наші експерти, ви побачите їх протягом нашої програми, коли вони будуть долучатися до нашої дискусії. А зараз я за традицією пропоную по одній хвилині нашим гостям для того, щоб вони визначилися з найбільш важливими, на їх думку, тезами, які ми маємо сьогодні обговорити. Будь ласка, почнемо з вас, Олексій Олександрович. Ну, поскольку мы собрались обсуждать вопрос доступности, я бы хотел сказать о том, что доступность – это вопрос гораздо шире, чем мы его представляем. Мы, прежде всего, люди, которые имеют детей с особыми потребами и люди с инвалидностью, видим это себе возможностью участвовать во всех сферах нашей жизни, городской, общественной, всеукраинской жизни, в вопросах социальных, в вопросах культуры, в вопросах спорта. И, конечно же, иметь возможность выражать свои мысли, свои желания и реализовывать себя в том числе и на профессиональном фронте. Иметь профессию, быть финансово независимыми и, конечно же, не просить никого о помощи, потому что все люди равны. Дякую. Любов Петрівна, будь ласка. Доступність – це дійсно одна із важливих складових
саме інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство. І це якби перша сходинка, тому що дійсно, якщо буде доступність до певного об'єкта соціальної інфраструктури, до мережі вуличної, до транспортної мережі, звичайно, це полегшить доступ інваліда до всіх тих потреб, які він хоче реалізувати. Але, звичайно, це лише невеличка частинка тієї великої саме проблеми, яка є сьогодні в плані створення безбар'єрності для осіб з інвалідністю. І це поняття, звичайно, воно найбільш широке, і яке вкладається в саме поняття і доступність архітектурна, і створення, вірніше, не створення бар'єрів, а якраз ті бар'єри, які треба прибрати для того, щоб дійсно особи з інвалідністю мали доступ до всіх сфер нашого життя. Дякую. Валерій Кисіль, будь ласка, людина, яка допомагає людям з серйозними фізичними вадами, які вони здебільшого здобули в АТО, не просто ставати корисними членами суспільства, а подавати приклад мужності та просто незламного духу навіть тим, у кого все в порядку з усіма кінцівками і зі здоров'ям. Будь ласка, Валерій. Хотілося б розкрити сьогодні питання соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями, а також технічні питання протезування для того, щоб ребята могли продлить свою функциональную независимость и не становились неподъемной ношей для общества. Все. Дякую, Валерій. У нас є представники також і протезного підприємства, тому ми поговоримо, звичайно, про усі аспекти, що пов'язані з життям людей з особливими потребами. Я нагадую, що нас можна дивитися не тільки на екранах, а також на нашій сторінці в Фейсбуці ток-шоу «Контраргументами», де зараз пряма трансляція. Можна дивитися на нашому сайті МТРК-ТВ, там також є пряма трансляція сьогоднішнього ефіру. Ну і крім того, будь ласка, телефонуйте нам за 15 хвилин, за 18 хвилин, за телефоном 86-92-42. Ви побачите ці телефони на екрані, і це буде знаком того, що вже можна нам починати дзвонити. Крім того, ви можете вже зараз писати мені на особисту мою сторінку у приватні повідомлення, або на сторінку сайту ток-шоу, на сторінку програми ток-шоу «Контраргумент» на Фейсбуці. Ці ваші зауваження, запитання, вони також, звичайно, прозвучать в ефірі. Дякую. І перш ніж перейти, власне, до самої дискусії, я хотів би запропонувати вам сюжет, який підготував Федір Бондар. Сюжет про те, чому, якщо на Заході повне і природнє розуміння потреб людей з особливими потребами є просто нормою життя, і не можна побудувати, я не знаю, там якийсь магазин чи відкрити якесь підприємство, яке передбачає, що його будуть відвідувати люди, де не передбачені ці зручності для таких людей, не передбачені особливі способи, щоб вони могли потрапити до цього магазину, до цього закладу. Передбачені усі умови в громадському транспорті. І це нормально. Чому у нас зараз, коли ми тільки побачимо раптом пандус, що з'явився внаслідок довгої та великої боротьби тих людей, які справді не сидять вдома і не скаржаться на те, які вони нещасні, що у них щось не так, а допомагають і собі, і іншим, коли ми бачимо, що з'явився той пандус, по якому справді можна їздити, то це для нас вже досягнення. Чому так історично склалося? Такий невеличкий екскурс Федора Бондара. Будь ласка. Рівень розвитку суспільства визначається його ставленням до дітей і старих. Гадаю, логічно було б поширити цей принцип на всі категорії тих, хто потребує особливої уваги та підтримки. Отже, наскільки ми, як суспільство, країна і держава, терпимі, толерантні до тих, кого донедавна називали інвалідами, а тепер здебільшого людьми з особливими потребами або з обмеженими можливостями. Мабуть, ви пам'ятаєте ще з радянських часів таку формулу «жалість принижує людину».
Хтось, можливо, таким ставленням намагався рухатися в головному потоці мейнстрімі офіційної ідеології, спрямованої на формування нового типу Homo sapiens – людини радянської. Хтось, ймовірно, прикривав небажання допомогти, навіть просто побачити і усвідомити той факт, що комусь незрівнянно важче, ніж тобі, жити в цьому світі. У світі, збудованому для сильних, або принаймні нормально розвинених фізично і ментально. Будь-яке відхилення від цієї норми, в лапках, створює для нестандартного індивідуума безліч проблем. Причому нестандартність абсолютно не обов'язково має бути офіційною хворобою. Людина може відрізнятися від решти зростом, бути значно вище або нижче, може бути розумнішою за інших, це теж дуже небезпечно. Історії про можливості та приховані здібності дітей-аутистів часто викладають в книжках та кінофільмах. Це один з яскравих прикладів того, що ми навіть не здогадуємось, що насправді можна і треба називати нормою. За свою історію, людство поведінкою і ставленням до окремих представників суспільства невпинно доводило, що більшість дуже часто помиляється. А щодо виховання толерантності – тут, як і в питанні розвитку будь-якого суспільства, необхідно починати з маличку. І найкращий спосіб – інклюзивна освіта діточок з особливими потребами. Отже, як завжди, Федір у такій майже афористичній формі задав певний напрямок нашій програмі. І я з задоволенням хочу запропонувати слово усім, звичайно, хто вважає за необхідне вже починати розмовляти. Втім, у нас так часто буває, що експерти довго сидять, довго розпочинають, а потім вже не вистачає часу для того, щоб висловити все, що хотілося. І ось тут у нас, ну, практично кого не візьми, це вже людина, яка вписала своє ім'я в історію Миколаєва, бо зробила дуже багато для того, щоб Миколаїв змінився. Практично кожна з цих особистості, що тут у нас зараз беруть участь, для мене це вже така вже наша справжня легенда, сучасна легенда. І я хотів би надати слово Олександрі Фінькові, яка почала чи з Майдану, як психолог, допомагати людям, які начебто зовні у них все було гаразд, а всередині вони просто чи зламалися, чи починали ламатися, чи могли зламатися. І тоді вже вона їх ставила на ноги, так би мовити, у психічному плані, у психологічному плані. Зараз не припиняє своєї волонтерської діяльності. І, як, напевно, мало хто з нас розуміє, що коїться у цих людей на душі. Будь ласка, Олександр. Любой человек должен чувствовать себя комфортно для того, чтобы реализовать себя настолько, насколько он способен в принципе себя реализовать. Что такое комфорт? Это психологическое, физическое и социальное здоровье. Когда человек может реализовать себя и в социуме тоже, это позволяет ему сохранять свое здоровье, сохранять свою молодость очень долго. Для того, чтобы... Мне кажется, чтобы изменить ситуацию, существующую в принципе, начинать нужно с деток. Нам, взрослую нашу жизнь изменять сложно. Инклюзивная освита про ЭКО еще и нашлось. Нужна не только и не столько деткам с особыми потребностями, это не обсуждается, это очевидно, но и тем детям, которые взрослеют, не получая этой информации. Если в детском коллективе совершенно на равных будут детки разные, они вырастут на равных, они будут чувствовать, понимать и взаимодействовать друг с другом на равных. И это будет очень важный шаг для выращивания здорового общества. Сейчас для многих взрослых есть мы и есть они. Есть мы нормальные, обычные, привычные, и какие-то они, которым мы там или посочувствуем, или поможем, еще что-то, но все равно есть они. Сложно соединиться. Для того, чтобы не нужно не соединить, а просто убрать место, где происходит разрыв. Нужно со старту дать изначально одинаковые шансы всем и просто поставить перед фактом, что с этого 1 сентября это вот так. И тогда подтянутся родители, подтянутся воспитатели, подтянутся учителя, потому что детки всегда тащат за собой. А детки умеют любить сильнее, чем воевать. И они вытянут ситуацию. Дякую. Думаю, Анна Куркуріна, еще одна людина-легенда. Людина, яка усім миколаївцям, Анна Куркуріна така ознака Миколаєва, спортивна ознака Миколаєва, відома як найсильніша жінка планети. Втім, я нещодавно
в своєму сорому нещодавно тільки, дізнався, що Анна величезну частину свого життя присвячує допомозі дітям з особливими потребами. І не просто присвячує, а буквально у самому прямому сенсі слова ставить їх на ноги. Ми побачимо про це сюжет, але я зараз хотів би надати слово Ані. Как правильно начал психолог говорить, проблема не в том, как они даже будут передвигаться. На первом месте для меня всегда было их психологическое состояние. Первый ребенок, который с ДЦП обратился, мама его обратилась ко мне, они жили в Беларуси и сейчас живут в Польше. Почему я сейчас заговорила? Я 3 года тренировала его по интернету. Мальчик стал ходить. И они вынуждены были переехать в Польшу, потому что именно, я не знаю, как в других странах, он пошел в обычную школу. Ему как бесплатно государство выделило психолога, чтобы социальная адаптация шла хорошая. И плюс, узнав его, ну, понятно, что он не бегает, он ходит, ну как, не спеша, ему бесплатно выделили транспорт для поездки в школу. То есть, понимаете, и психологическая работа с ребенком идет, и материально. Я понимаю, что сейчас скажут, да, можно детей ДЦП сейчас привезти в наши школы. Извините мне. Каким образом, если они даже эти коляски, ну, да ладно, этот мальчик ходит, не могут даже в транспорт пустить. То есть это настолько все завязано на деньгах, как это не парадоксально, что я не знаю, как наша страна вот сможет выйти с этого положения. Адаптация должна идти правильно, психологически прежде всего, потому что они боятся выйти на улицу, они боятся общаться с обычными людьми, потому что очень много настолько у нас в стране скопилось негатива, что этот негатив прежде всего выплескивается на слабых, и беззащитных. А это больные люди, это с нарушениями какими-то, это беззащитные животные. Вот весь наш гнев и все наше безрассудство направлено на обездоленных. Как это не парадоксально? Дякую. Ілля Шпалянський. Його можна не представляти довго, бо він частий гість на наших програмах. І також, повернувшися з АТО, він присвячує своє життя допомозі ветеранам і інвалідам АТО. Будь ласка. Ну, с людьми с инвалидностью я имел дело задолго до своей службы в АТО. Я уже 10 лет руководитель предприятия людей с инвалидностью. Я хотел бы поднять очень важную тему лидерства в среде людей с ограниченными возможностями. Дело в том, что, ну, наверное, все наши телезрители знают, что Украина заняла в этом году 3-е место на Паралимпиаде. Предыдущие 2 Паралимпиады мы занимали 2 раза в 4-е место. И, как ни удивительно, но никто не задает, ну, очень мало людей, которые встречают, все, конечно, этим гордятся, но не задаются вопрос, какими усилиями это достигнуто. Это не просто так. Это системная работа, в принципе, одного человека и его команды Валерия Сушкевича, инвалида-колясочника, который уже 20 лет руководит Олимпийским комитетом. Человек несгибаемой силы воли и результатом его труда сегодняшнего. Как это было достигнуто? Один из удивительных, очень простых, но и оказалось эффективных механизмов и рецептов – это метод работы в Западном центре реабилитации и бывшем Крымском центре, который остался в оккупированном Крыму, Евпаторийском. В Западном центре реабилитации, в комнате, где живут люди-колясочники, находится 4-й, да, вот 3-е, которые занимаются, и находится 4-й работник центра, который их поднимает в 6 утра, начинает с ними работать и показывает своим примером. Ну, это один из рецептов, конечно, достижения, очень много и государство вложило денег в эту программу. Сегодня очень важно в среде людей с инвалидностью находить лидеров и их взращивать для того, чтобы они своим удивительным, уникальным примером заражали других, что не все так плохо. Ну, вот в студии есть Оля Виноградова, которая для огромного количества людей является примером. И, Олечка, конечно, ты заражаешь многих и здоровых людей своим оптимизмом и своей силой воли. Ну, в общем, вот это важно. Спасибо. Ну, тогда просто, естественно, передай слово Оле Виноградовой, тем более, что у нас тоже будет сюжет, в котором мы увидим, как она физически, вот просто буквально вот собой пробивает вот эти самые барьеры, о которых мы говорим вот уже почти сколько, уже полчаса. Пожалуйста. Ну, хотелось бы начать с того, что, наверное, все-таки все проблемы у нас возникают из-за того, что наше общество еще не совсем готово нас воспринимать как равных.
потому что вот и по инклюзивному обучению для деток в школах возникают очень большие проблемы, когда родители здоровых детей против, чтобы рядом с ихними детьми учились дети с инвалидностью. То есть надо начинать, наверное, с как менять мнение нашего общества о нас. То есть мы хотим так же самое, как и вы, получить образование, трудоустроиться, быть налогоплательщиками, не получать эти субсидии, не оформлять. То есть приносить помощь, ну, пользу, вернее, нашему государству в первую очередь. И жить наравне с вами, то есть со всеми. Обращение ко всему нашему обществу. И вот пора нам менять менталитет наш. Скажите, Оль, а вот в плане изменения менталитета. Когда у нас стали появляться эти пресловутые пандусы, ну, это действительно вроде бы, ну, как бы хорошо. Сначала вообще эти пандусы, конечно, представляли собой, ну, чистое издевательство, у нас будет сюжет, мы посмотрим. То есть, ну, надо сделать пандус, ну, сделать такую там полосочку, да, ну, типа, ну, все, у нас есть. И это лучше бы его не было, да, потому что это было настолько цинично и настолько вот отвратительно в плане такой демонстрации отношения. В то же время я понимаю, почему это зачастую делалось так. Потому что бюджетникам, бюджетным особенно, ну, другим-то понятно, там должны бы, наверное, эти были деньги и магазины и все прочее. Вот бюджетным организациям сказали, вы там должны сделать пандус. Денег не дали, возможностей для этого никаких нету, мешок цемента это уже проблема. И вот как хотите, так и выкручивать. Как пандус? Да как-нибудь сделать, у нас там надо печку поставить, да. И когда стало появляться, ну, более-менее нормальные съезды, да, вот с тротуаров, заезд. Стало казаться, что это уже прорыв. Но я понимаю, чего это вам стоило. Это начать, пробить. Но знаете, как у Станислава Ежелеса, ну хорошо, допустим, ты пробьешь лбом стену, и что ты будешь делать в соседней камере? Вот у меня такое впечатление, что вы эту самую стену пробили и просто попали в другую камеру, может быть, чуть большую. Насколько вам удалось изменить сознание тех, от кого зависит изменение отношения к вам на уровне инфраструктуры? Можно сказать, как отношение, я не знаю, насколько у них поменялось, но как у нас получается ситуация слаживается так, вот правильно, 16-й год закончился, в 16-м году мы получили какие-то результаты. Настал 17-й год, и в данной ситуации мы не имеем понятия вообще, что дальше будет делаться, то есть продолжатся ли эти работы, не продолжатся, то есть опять надо заново начинать эту как маховик запускать и идти по кабинетам, опять узнавать, добиваться того, чтобы опять эти работы продолжались по улучшению доступности города. Скажите, ну вот то, что вы говорите, для меня звучит как то, что ну, мы там ходили, просили, нам сказали, ну ладно, нате вам, вот, возьмите. А дальше не происходит диалога. И вот как бы на том моменте все закончилось, нате вам пандус, успокоились, все, заткнулись. А дальше, ну ведь бюджет планируется, ведь какие-то работы планируются, какие-то задания ставятся. Сейчас мы, кстати, вот, поговорим, есть ли какие-то понимания, какое-то понимание этого, в частности, вот в департаменте соцзащиты. Оказывается, что вы те люди, для которых это должно делаться, и не просто те, кто там сидит дома, ну, про них никто не знает, да, а люди, которые оббивают пороги всех возможных кабинетов. Вы не в курсе того, что там будет, что заложено в бюджете и как это будет планироваться. Мы недавно узнали о замечательном бюджете агентства развития, да, о зарплатах, о премиях, которые там выплачиваются. Ну, то есть, я так понимаю, что если премия, условно говоря, это 10% от принесенных денег, то премия 80 тысяч наверняка предполагает, ну, как минимум 800 тысяч, которые были привлечены в бюджет. Ну, бюджет, не бюджет, там бюджет этой организации, да. Организация вроде как коммунальное предприятие, наверное, на что-то должна делать для коммуны, для общины. Так вот, я хочу спросить, вы что-то вот по этому поводу знаете? Ну, по поводу агентства развития Николаева. Нет, не обязательно агентство, может что-то еще. По поводу вообще, как планировался бюджет, вы имеете в виду? Ну, лично информации нам никто не отчитывается. То есть, что именно планируется. Мы, насколько знаем, то, в принципе, работы должны продолжаться по улучшению доступности. Какие суммы на это выделены, сами вы понимаете. То есть, это тоже информация, только знают непосредственно те, кто будет отвечать за реализацию этих работ, когда на них перенаправятся эти средства. Спасибо. Тогда вот хочу обратиться к Любови Петровне. Вы как раз здесь единственный чиновник, и не то, что вы за все отвечаете, понятно, что вы и бюджет не формируете, и, собственно говоря, и планы там вот, на всю область не пишете, но все-таки, вот может быть, вы больше знаете, что планируется, что делается, какие программы реализуются, какие программы вот, появились благодаря людям с особыми потребностями.
постоянно появляются какие-то инициативы. Мы сейчас поговорим вот и об играх-героях, и о героях ФБ, о бизнес-инкубаторе Ильи Шполянского. Вот, в принципе, что меняется вот в вашем департаменте? Ну, якщо мова йде про наш департамент, я думаю, що ну, наш департамент, у нього є певні функції, в тому числі і функції, які ну, направлені на вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю. Звичайно, питання доступності – це не є тією основною функцією або контролю за створення. Контроль – не контролю, але на нас – на органи соціального захисту населення покладені питання моніторингу стану створення доступності. І цю роботу ми проводимо разом із представниками громадських організацій інвалідів. Ми не працюємо самі, і цьому є підтвердження, тому що це і ті ж комітети доступності, які створені у як обласний комітет доступності до об'єктів забезпечення доступності до об'єктів соціальної інфраструктури, так такі комітети доступності створені і у містах, і районах області. І до складу цих комітетів входять як представники органів соціального захисту населення, архітектури, громадських організацій і осіб з інвалідністю, а також просто особи з інвалідністю різних нозологій. І та робота, яка проводиться в кожному районі і місті області, вона є спільною роботою саме по обстеженню об'єктів соціальної інфраструктури. Тому що кожного року, починаючи з 2008 року, проводяться такі обстеження, складаються перелік об'єктів, яких необхідно забезпечити доступністю. І така робота проводилася і в минулому році, і в наступному році, вірніше, в цьому році, який вже наступив, ця робота також буде проводитись. І, звичайно, для кожної адміністративно-територіальної одиниці, для кожного району та міста області, ті об'єкти, які визначили, якраз це і є, визначили як не облаштовані, це і є тим завданням, яке необхідно вирішувати на протязі ну, ось цього наступного року. Звичайно, що до переліку тих об'єктів, це різні об'єкти, це різні, як ви говорите, об'єкти, да, які є з бюджетних організацій, але це є об'єкти, які підприємств, організацій, вже інших форм власності. І, звичайно, і вирішується питання на рівні кожної одиниці, територіальної одиниці, по-різному, і залежить це і можливостей фінансових, і, звичайно, і від того, наскільки власники того чи іншого підприємства ну, можуть вирішити ці питання. Любов Петрівна, я перепрошую. Ось ми вже так трошки перебрали час. Я хочу зрозуміти. Знаєте, у мене була така цікава історія. Прийшов керівник департаменту туризму, і він каже, що ми там пишемо програми, ми збираємо наради. Кажу, добре, а що на нарадах? Ставимо завдання. Добре. А потім що? Потім збираємо нараду. І що? Ми там обговорюємо, як виконувати завдання. Виконують? Ні, не виконують. А що тоді робити? Ну, пишемо звіти. Добре. А що у звітах? Ну, передаємо їх керівництву, там тоді Оксані Янішевській. А далі що? А далі нічого. Тобто ми збираємо нараду для того, щоб поговорити, що ми збирали нараду і на ній вирішили, що ми нічого не вирішили. Я не хочу сказати, що ви так працюєте. Ні-ні, боронь Боже. Я хочу спитати, просто ось ви кажете, ми підходимо до кожного окремо, може собі дозволити, там будує, руйнує бар'єри, бендує, будує пандуси, а не може, ну тоді треба розуміти, що у людини грошей немає, а у бюджетників так також немає. Ось скажіть, будь ласка, розкажіть нам, будь ласка, якусь історію успіху. От, тобто, ви за щось взяли, я справді просто хочу разом з вами порадіти. Ось ви побачили проблему, ви за неї взялися і вирішили. І просто ми тоді всім розкажемо, що ось дивіться, у нас також щось змінюється. Будь ласка. Ну, якщо мова йде про проблему саме побудови безперешкодного доступу. Ну, так. Ну, ми не будуємо, тому що... Але ви розуміло, контролюєте. Да. А коли ви бачите, що це але не робиться? Ми, да, але ми, і це не тільки, я знову хочу наголосити, що це не проблема, яку вирішують тільки органи соціального захисту населення. Це цю проблему вирішуємо спільно ми. Спільно, тому не можна сказати, це не наші функції. Ми можемо, справа в тому, що
на, ми виконуємо інші функції, які також направлені на те, щоб саме допомогти особам з інвалідністю. Добре, дякую, Люба Петрівна. Я просто розумію, що я дуже багато, так би мовити, вже на вас всього навалив. Напевно, у вас буде час, щоб підготуватися. А я хотів би спитати Олексія Олександровича Довгих. Я бачу, Ілля. Ось ви, ну, хоч і позаштатний, але все ж таки радник нашого мера. У мера було у минулому році дуже багато радників з різних питань, зокрема з питань підприємництва. У мера, напевно, є радники зараз. Скажіть, ті поради, які ви надаєте, яким чином вони реалізуються на практиці? І чи реалізуються взагалі? Будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, хочу сказати, що ми радники позаштатні. І саме стали тими радниками для того, щоб домогтися змін яких, розумієте? Щоб нам не відмовляли так часто, як це робили до того, як ми були просто людьми, мешканцями міста. І в нас було таке сподівання, що наближившись трохи до влади таким чином, да, і побуваючи у владних кабінетах, ми зможемо змінити ситуацію. Як змінилася ситуація, я думаю, що кожен із нас бачить на сьогодні фактично в місті. Якщо ми вважаємо, що можна поставити плюс, то думаю, що ні. Якщо ми вважаємо, що нас чують, я думаю, що нас не чують на сьогодні. Бо дуже багато питань, які ми намагалися донести і не змогли донести. Перш за все, ми просили того, щоб ми знали, що коли буде будуватися. Якщо ми говоримо про пандуси, ми чекали, що ми будемо бачити графіки, списки, першочергові завдання і так далі. Якщо ми говорили про транспорт, ми бачимо, що сьогодні завдання по транспорту місцевому майже не виконано. Ми не можемо зробити нічого з маршрутними таксі, ми не можемо зробити нічого з тролейбусним парком. Поки що все це в розвитку. Якщо ми говоримо про доступність об'єктів, в тому числі обласного підпорядкування, місцевого підпорядкування, да, щось робиться, але форсування в цьому питанні ніякого немає. І на сьогодні кожен з нас відчуває на собі, що ми нормально потрапити не можемо ні в театр, ні в кінотеатр, ні в заклади культури. З дуже великою важкістю було зроблено те, що зроблено по фехтувальному залу. Це був дзвінок Сушкевичу, лист до нього, потім дзвінок Сушкевичу губернатору, потім губернатор звернув увагу ЗМІ на ці питання. І тільки тоді почалися якісь зміни по фехтувальному залу. Це просто такий невеличкий приклад, як це сьогодні можна зробити. Дякую. Ілля Шполянський щось хотів додати? Я якраз щодо транспорту. В 2015 році було придбано 10 тролейбусів. Це унікальна ситуація, коли в 2015 році сучасне місто придбає тролейбуси, які не мають доступності. Ну, мабуть, це єдине місце в світі, яке в 2015 році такі тролейбуси. Більш того, вони придбані по ціні, яка в три рази перевищує ту ж саму ціну, за якою вони продавалися. Є така підозра, що їх взагалі безкоштовно віддавали, бо, звичайно, в європейських містах такими тролейбусами вже не користуються. Ні одна людина не була наказана. Не був звільнений керівник відділу транспорту міськвиконкому. Ну це просто дивно, наскільки влада не реагує на такі виклики. А скільки придбано в 2016 році рухомого складу містом? Нуль. З там 500 мільйонів бюджету розвитку – нуль. Ми маємо надію, що в 2017 році будуть хоч якісь зміни в цьому напрямку. Поки що ніяких. Нічого хорошого в цьому напрямку немає. Дякую. У нас поки що мовчать наші спортсмени, але я впевнений, що вони зараз приєднаються. А я хотів би запропонувати зараз нам подивитися сюжет, який підготувала Олена Міщенка, який, власно, не тільки говорить, як ми зараз говоримо, але і показує, а що ж насправді відбувається з цими самими бар'єрами та їх, принаймні, намаганнями їх позбутися. Дивимося. Безбар'єрність, доступність – ці два поняття вже тривалий час пов'язують з людьми з обмеженими можливостями. Говориться про це багато. На жаль, робиться для їхнього комфортного перебування на вулицях міста мало. У Миколаєві 23 тисячі людей з інвалідністю. Понад 700 людей, які пересуваються на візках. Наскільки доступним є Миколаїв для них?
На всі ці недоліки звернули увагу і організатори акції «Миколаїв за безбар'єрність», що відбулась влітку минулого року. Бажаючих долучитись до акції збирали протягом тижня через соцмережі, громадські організації. На заклик відгукнулись люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю. Для людей, которые сидят в колясках, очень важно именно передвижение по городу и участие в социальной сфере. Если они будут иметь эту возможность, они смогут самостоятельно выбрать то место, куда они хотят пойти. И так должно быть. Щоб не тільки розповісти, а дати себе відчути людиною на інвалідному візку, учасники акції привезли кілька візочків і посадили в них міського голову та його заступників. Враження від такої спроби у міського голови тільки негативні. Враження в мене не дуже позитивні, як від самого знаходження в цьому візку, так і від проведення в цьому візку часу по місту. Ну, тобто, насправді, інфраструктура міста не зроблена таким чином, щоб люди у візках могли переміщуватися в комфорті. Тоді міський голова пообіцяв зробити все можливе, аби Миколаїв став доступним для всіх його мешканців. Минуло трохи більше, ніж півроку. Чи є зміни? Наскільки міська влада виконала свої обіцянки? Був проведений моніторинг всіх об'єктів по вулиці Соборної на доступність їх для людей з інвалідністю. Заповнені були анкети з занесенням всіх даних, тобто де які недостатки, і прописані рекомендації на всі об'єкти, тобто що їм треба зробити, щоб устранити ці недостатки, щоб об'єкт став доступний. Направлені письма були написані на всі об'єкти, на хазяїв їх. І ми чекали результату. Ну, к сожалению, конечно, тут результат дуже маленький, тільки два об'єкти нас услышали. До речі, саме дотримання будівельних норм стало чомусь каменем спотикання. Підприємці, або виконати умову, що пандус є обов'язковим, будують їх аби як. Люди з інвалідністю, проїхавшись містом, зафіксували всі недоліки. Вислів і сміх, і гріх дуже добре підходить до таких споруд. Хоча потрібно просто почитати і виконати умови будування пандусів, викладені зрозумілою мовою. Дотримання цих норм не тільки робить пересування зручним, а й безпечним. На жаль, підприємці не так швидко ліквідують недоліки. Що й казати, якщо є проблеми з доступністю навіть у лікарнях. Доступність – це не тільки заїзд в само здання. Тобто, має бути доступний санузел, якась кімната для осмотру, так як багато лікарі і прохождення обслідування, то ж саме УЗІ, рентген, во многих поліклініках і лікарнях знаходяться на етажах. Тобто, ми туди все одно попасть не можемо. І ось цей питання зараз ми піднімаємо вже неоднократно, зараз ищуться пути, як це можна вирішити. Інша проблема – транспортна. На все місто лише 9 так званих низькополих тролейбусів. Це аж ніяк не забезпечує потреби Миколаєва. Крім того, часто самі водії відмовляються допомагати людям з інвалідністю, не опускають пандус. На сьогодні проведено роботу з водіями і скарг поки не надходило. Проте, поки не ухвалено відповідну міську програму, самі люди з інвалідністю шукають вихід і пропонують варіанти міській владі. Як варіант, звісно, ми вже в течение года продвигаем вопрос организации службы инвотакси у нас в городе, потому что все равно общественный транспорт в зимнее время до него добраться тоже надо. И не все могут выехать со двора, потому что сами знаете, как у нас снег чистится на центральных дорогах. В этом году, конечно, слава богу, расчистили, но во дворах не всегда хорошо, что можно на коляске проехать. То есть поэтому мы пытаемся объяснить ситуацию, что целесообразно создать службу инвотакси. Это будет машина, оборудованная для специально для перевозки инвалидов. От і виявляється, що вихід у місто для людини з інвалідністю – це справді проблема. Тому у цьому році в планах не тільки продовжити, розпочати. На данный момент вот то, что уже конкретно подготовлено к реализации, это в программе социальной защиты инвалидов городской нашей департамент соцзахиста прописал закупка одного автомобиля, транспортного средства, оборудованного для людей с инвалидностью. То есть будет не две теперь машины у нас, которые смогут ездить по городу, а еще третья, когда средства выделятся с бюджета, то есть будет закуплено. Ну, по крайней мере, уже если в программе записано, то реализация рано или поздно наступит. Это уже первый этап мы прошли. Второе, также само запланировано уже по документам, там решаются вопросы открытия службы сопровождения для людей с проблемами зрения, потому что этот вопрос очень актуален и он очень тяжело у нас в этом году решался. Наприкінці минулого року Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо виконання рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю на період до 2020 року. Ним фактично зобов'язано владу на місцях створити всі умови для комфортного проживання людей з інвалідністю.
Мы просто хотим дружеской обстановки объяснить людям, что мы, ну, мы нормальные, мы адекватные люди, мы хотим чувствовать себя полноценно в нашем городе и защищенными в нашем городе, чтобы город не был настроен против нас, чтобы мы выходили и радовались жизни, и жили нормально, получали образование, работали, приносили таким образом даже доходы в бюджет, налоги будем платить, а не из-за того, что нет доступности, все думают, что мы как, ну, как потребители только, получается, мы хотим, дайте, дайте, мы хотим... Просим, дайте для того, чтобы мы могли потом сами что-то отдать, частичку себя. Ну, вот я думаю, что те кадры, которые были сняты там в процессе попыток заехать в аптеку, то есть, ну, там, не знаю, не в казино, в магазин, они, в общем, очень показательны вот, в плане того, о чем я говорил, вот того, вроде есть некий пандус, да, а на самом деле это так... Такое циничное издевательство. Знаете, ну, такое впечатление, что людей, которые это все делают, у них на лбу написано большими буквами, что ты мне сделаешь? То есть все, надо пандус? Ну, сделал, да, все хорошо. А, мы сейчас хотим, ну, если у вас есть что дополнить, конечно, пожалуйста, дополняйте, но я хотел бы, Оль, да, пожалуйста, давайте тогда, Оля, с вами, потом вот я хотел бы перейти на один очень интересный поворот темы, о котором мы с Ильей говорили до начала программы. Пожалуйста. Я хотела бы добавить по поводу аптек. Это вообще нонсенс. Я не знаю, или у нас в городе только так, или это везде. При получении лицензии аптека должна 100% предоставить условия доступности для людей с инвалидностью. Не имеет права ей выдавать лицензию на работу, если у нее нет этой доступности. Почему у нас такая доступность, вот сами видели, как что на тот пандус невозможно заехать. Почему это не проверяется и выдаются им лицензии на работу? Это вот... Я даже не знаю, кому этот вопрос задать, потому что все говорят, ну, все у них хорошо, у них же пандус есть, значит, все, они имеют право работать. Ну, вот к вопросу о пандусах, у нас рядом с нашим домом есть аптека, у которой такой пандус, с которого, он обложен такой скользкой плиткой, с которого моя дочка даже и зимой, и летом катается как с горки. То есть я просто могу себе представить, да, каково туда заехать, человеку на коляске. Но, тем не менее, да, вот оно есть, и все хорошо, ну, какие вопросы. Илья Шполянский, мы говорили о том, что существует такой медицинский термин «втягивание в инвалидность». И вот у меня такое впечатление, что все, что у нас в городе есть, оно делается для того, чтобы люди втянулись в инвалидность и уже никогда из нее не вытянулись. Вот давайте поговорим об этом и о том, что с этим делать и как с этим бороться. Пожалуйста. Я хочу сначала по поводу лицензии. Аптекам сказать, что это вездесущий газ, который гроза всех строителей, оказывается, не может проверить. То есть, вы представляете, какой уровень там коррупции? То, что видно визуально обычному человеку, не видят специально обученные люди, которому этому учатся 6 лет, получают специальные, да, там, документы о том, что они имеют проверять. Это, конечно, безобразие, что ни один человек, опять же, не наказан. Ну ладно. А по поводу втягивания инвалидности, это очень сложный синдром, который особенно появляется у людей, которые получили свою инвалидность в зрелом возрасте. В какой-то момент человек с особенными потребностями начинает жить тем, что он себя все время только жалеет. При этом, естественно, окружающая среда этому всячески способствует. Ну, например, обычный среднестатистический гражданин, здоровый, в возрасте 30 лет, для того, чтобы ему устроиться на работу, ему нужно обойти, например, 20 компаний. Ну, на какая-то статистика есть. При этом, чтобы точно так же устроиться человеку с инвалидностью, ему нужно обойти 50 компаний, при этом понятно, что его ранимость больше. В результате человек начинает себя не переставая жалеть. При этом очень часто происходит, что в течение определенного периода состояние здоровья человека улучшается, ну, в силу там, особенно если это молодые люди, и по медицинским показателям они уже на инвалидность претендовать не могут. Но при этом это, к сожалению, очень часто касается в том числе людей с инвалидностью, которые получили ее в зоне проведения антитеррористической операции. Парни молодые, постепенно здоровье улучшается, нет, у кого-то ухудшается. Вот.
И что дальше происходит? Дальше человеку говорят, у тебя уже там не 25% потери трудоспособности, а 15%. А он начинает себя бить в грудь и кричать, нет, я по-прежнему на 25%. Что происходит, наверное, психолог подтвердит. Если он себе каждый день говорит, что у него болит голова, и он плохо чувствует, он начинает себя продолжать еще хуже чувствовать. То есть это тоже нужно понимать. Нужно разделять действительно человека, которому нужно восполнить его физические потребности, и потенциального социального паразита, который пытается вот этим своим поведением, ну, скажем, в том числе и унизить людей, которые действительно требуют помощи. Вот еще это очень важно. У нас, к сожалению, сегодня нет представителей медицинской, медико-социально-экспертной комиссии. Я думаю, они бы много рассказали про те проблемы, которые они с ними имеют. А вот здесь опять очень важна роль общественных организаций людей с инвалидностью. И, кстати, Оля, по поводу лицензий. Под каждой лицензией подписывается общественная организация инвалидов. Очень интересно посмотреть, какие общественные организации разрешают этим аптекам открываться. Они должны их приходить. Ну так, Илья, я тогда вообще не понимаю, о чем речь. Напишите запрос, вам обязаны будут предоставить эти документы, а мы с удовольствием опубликуем. Ну, вот, адреса, пароль, адреса, пароли, явки, я готов сделать специальную программу, посвященную нашим героям, которые красиво рассказывают перед выборами, перед камерами и так далее, о том, как они вот за тебе и всех за тебяшных, да, а в результате мы получаем то, что получаем. Я очень благодарен Илье за этот переход, потому что вот как раз тут у нас сидит достаточно людей, с которыми сейчас к нам присоединятся, уже как бы ваша тема. И начнем вот мы с Нелли Ровенко и Оли Малярчук, которые действительно занимаются совершенно фантастическим, с моей точки зрения, делом, да, вот помимо Ильи, который там бизнес-инкубатор организовал и так далее, вот вы в числе тех, кто организовывает вот эти самые вот игры героев у нас. Вот мне рассказывала Аля, что она просто всячески настаивала на том, чтобы это называлось именно играми героев, чтобы в самом начале позиционировать этих людей как героев. Это герои действительно во всем, они герои АТО, они герои преодоление себя, они герои создания себя, они герои, подающие пример всем остальным. И вот мне бы хотелось с вами сейчас поговорить о том, как это вам дается, кто в этом участвует, как это происходит и какие вы видите, вот можно сказать, руками чувствуете изменения. Только давайте сначала послушаем звонок зрителя, он так очень удачно дозвонился между двумя репликами и есть шанс прямо сейчас быть услышанным у него. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Звонил завод защиту в отдел работы с инвалидами. Думаю, у них есть учет инвалидов, но никто никогда не позвонит. Что и чем помочь? С льготой помощь, закрытой информацией. Спасибо. Спасибо. Ну, я полагаю, что, наверное, не очень внятный вопрос, скорее это комментарий. Но все-таки, Любовь Петровна, если вы знаете, что ответить на этот вопрос, пожалуйста. Я единственное могу сказать, что, ну, во-первых, надо сказать, что требуется человеку, какая проблема, потому что действительно мы занимаемся разными вопросами, то, что касается людей с инвалидностью. Это и государственная помощь, выплаты, это и санаторно-курортное лечение, это обеспечение техническими средствами реабилитации, это если касается детей-инвалидов, то это реабилитация инвалидов. То есть вопросы разные, поэтому надо просто конкретизировать, и тогда уже можно просто отвечать на этот вопрос. Хорошо, спасибо. Ну, я думаю, что если наша зрительница перезвонит уже с конкретными вопросами, она прямо в эфире получит ответ. А я возвращаюсь вот к Нелле и Оле, пожалуйста. К сожалению, наверное, к стыду, да, признать, что действительно отношение кардинально поменялось к людей с особенными, да, вадами в 2014-м, когда случилась война, когда мы увидели своими глазами. Для меня это был вопиющий момент. В 2014 году был ранен муж, и так сложилось, что нужно было его поднимать на ноги. И когда он сел первый раз на коляску, вывести его в Киевском военном госпитале оказалось на улицу проблематично, там не было пандуса. Это было первое, с чем мы столкнулись, и для меня был шок. Мне нужно было звать бойцов, солдатов, чтобы мы могли его снести, потом заносить. А тогда благодаря
фонду «Крылья Феникс» первый пандус таки построили. Вот пришло осознание вообще потребности, да, как бы людей непосредственно в передвижении. С чем столкнулась в госпитале непосредственно я, то есть с тем, что действительно ребят нельзя жалеть. Они не просят жалости, они просят поддержки, они просят понимания, они, да, психологически их действительно нужно и важно поддерживать. Это не маленький фактор, но... нельзя жалеть, они могут двигаться вперед, они осознают, за что они, как они с этим боролись, и мы должны максимально комфортно принять, действительно, вот в чем проблема нашего общества, это не осознание, это просто вот действительно поставить за ширму, я не вижу, я не слышу, этих людей нет, где-то есть, жалко очень, но, слава богу, это не со мной. Вот этот барьер мы должны уже переступить непосредственно. Когда... появилась идея привести к нам Игоря Героев, да, это первый стартовал Днепр. Когда мы увидели это зрелище, ну, мурашки по коже, слезы в глазах, потому что это люди, которые переступили через свой барьер, это люди, которые, превозмогая боль, работали над собой и смогли доказать нам о том, что, ну, мы там плачем, нога болит, голова, там, растяжение какое-то. Вот, ребята, которые пашут, семь потов, да, и они не жалеют себя. Конечно же, велись переговоры привести к нам, вот, и очень большую работу здесь сделала команда непосредственно офиса развития Николаевщины, Татьяна Кротова, которая вела переговоры, и далее организовать. Помогли очень ФОК НКИ, приняли. Эльфитнес, огромнейшее спасибо, которые предоставили полностью нам оборудование, предоставили возможность вообще провести непосредственно Валера Кисель, который занимался, курировал. И сейчас, опять-таки, немаловажно, толчок для нас был позыв какой, да, что были подарены абонементы ребятам с возможностью заниматься дальше непосредственно спортом. Следующим этапом мы надеемся привлечь не только участников АТО, а вообще, в принципе, да, людей с ограниченными возможностями для того, чтобы они могли заниматься спортом и дальше повышать себя и входить в социум. Это очень важно и правильно. И, опять-таки, команда фитнеса достаточно быстро нас поддержала. Мы надеемся на том, что у нас будет этот проект далее востребован и социально принят. Это очень важно. Но самое главное, опять-таки, проблема – это у нас вот здесь. Вот. Мы должны научиться действительно относиться к людям как к людям. Спасибо большое. Ну вот у нас Максим Реда и Валерий Кисель. Ну, я думаю, наверное, Валерий, начнем с вас. Вас просто упомянула Оля, да? Поговорим о том, что вы действительно, помимо того, что, ну, фонд создали, этот фонд, в общем, работает, там деньги как-то собирает и что-то делает на эти деньги, но вы с этими людьми работаете, вы их вот, буквально вот руками, да, поднимаете, ставите на ноги. Вот об этом очень интересно. Не являясь специалистом в области психологии, больше опираясь скорее на многолетний опыт, так скажем, эмпирическим путем, мы понимаем, что к ребятам надо относиться как к равным, не делать каких-то акцентов на невозможности выполнения каких-то движений. Ну, а также являясь специалистами в таком виде двигательной активности, как кроссфит, у которого во главу угла ставится абсолютная механика, то есть безопасность движения и все движения, которые применяются в системе этой подготовки, они взяты из жизни, то есть подъемы предметов с пола, приседания на стуле, подъемы на возвышенность, то есть по ступеньках, то мы все свои знания переносим в занятиях, передаем свой опыт, свой навык, чуть-чуть адаптируя под возможности, как это не прискорбно говорить, под возможности технические, то есть под возможности протезов. Очень хотелось бы обратить внимание тех, кто ведет программы по протезированию, что протезы достаточно низкого качества, потому как амплитуда движений ограничена. На самом деле, насколько я знаю, анализируя эту тему, западные компании предлагают достаточно хорошо адаптированные механизмы, которые позволяют двигаться не только в коленных суставах, но и в стопе достаточно большую амплитуду движения производить. Вот, на это хотелось бы обратить внимание. Также, пользуясь случаем, хотелось бы сказать большое спасибо Юрию Бирюкову, который привез Игоря Героев сюда, в Николаев, Евгению Ковалю, это идейному
вдохновителю, реализатору этого проекта в всеукраинском масштабе. Спасибо, что нашей команде оказано доверие. Мы были рады стать частью. Ну и также Евгений Коваль оценил возможности нашей команды, команды «Эльфитнес». И мы уже как часть команды, часть проекта являемся во всеукраинском масштабе. Вот сейчас планируется поездка в Брюссель для того, чтобы показать, что в Украине идут навстречу людям, которые получили травмы в ходе боевых действий, и какие-то шаги делаются, но хочется большего, хочется действительно какой-то большей адаптации, особенно то, что касается именно механической части, то есть протезирования, позволить людям, у которых случилась такая ситуация, чтобы они могли функционально быть независимыми. Спасибо. Сейчас хочу передать слово Максиму Бревде и сказать, что когда я смотрел «Игры героев», наш телеканал очень подробно освещал эти мероприятия, я просто поражался. То есть люди с очень серьезной инвалидностью делают вещи, которые здоровый-то человек себе не сделает. И кроме того, о чем говорит Валерий, кроссфит – это очень тяжелый вид спорта. И им занимаются действительно люди без рук, без ног, с ограничениями. И показывают такие результаты, которые, я говорю, не снились даже абсолютно здоровым. Да, пожалуйста, вы хотели прокомментировать. Хотел бы сказать, что то, что... Хотел бы сказать, что то, что показывали ребята, это как бы сказать, высший пилотаж. Это как пример того, что людям, имеющим такие же проблемы, что не стоит опускать руки, что стоит вставать с диванов, стоит искать места, где их готовы принять, стоит приходить в организацию ИЛИ, которая имеет тесные связи и с нашей организацией, наверняка с организацией Максима. То есть ребята, которые были на «Играх героев», это как вершина айсберга. То есть в любом случае у нее есть основа. И все, кто имеют ограниченные возможности, они могут получить от того же кроссфита, не только поднимая тяжелые веса, они могут просто улучшить свое самочувствие, уменьшить жировой компонент, уменьшить артериальное давление, увеличить амплитуду движения в каких-либо соединениях, которые мешают им жить полноценно. Спасибо. Максим Бревда, просто совершенный фанатик здорового образа жизни, и чего он только не придумывал, начиная там от трассы здоровья и заканчивая целыми комплексами для реабилитации людей с особыми потребностями. Кстати, очень интересно, что действительно в тех спортзалах, к которым имеет отношение Максим, целое направление разработано для помощи таким людям. Максим, пожалуйста. Да, хотел сказать, что проблема огромная. На самом деле мы видим, что сейчас стало намного больше таких ребят в связи с ситуацией в стране. Но выход, я считаю, первый, пандус, это как бы первая ступенька. На самом деле ребятам нужен, особенно молодым ребятам, нужны такие мероприятия, на самом деле соревнования. Надо им организовывать залы реабилитации, где они могут получить мотивацию к жизни. Потому что происходит с человеком, который теряет веру, уходит в депрессию, у него нету просто, он чувствует себя ненужным. То есть если поднять реабилитацию, если сделать реабилитационные центры нормальные, помочь залам, готовым залам, базам, чтобы они эту реабилитацию могли воплотить в жизнь, то я думаю, что намного будет все проще, потому что люди будут иметь какую-то отдушину. Это будет отдушина в спорте, они могут чем-то заниматься, они мотивированы, у них появляются какие-то цели, они начинают чувствовать себя и физически лучше, у них какие-то продвижения. Так этот человек, тяжело, это на самом деле очень тяжело. У меня у самого есть близкий родственник с проблемами, с такими же. Поэтому хочу сказать, что проблема есть, но государство начинает ее решать, но очень медленно. Очень плохо. Поэтому громада, и мы должны давить на них, чтобы это все делалось в большем объеме. Больше должно быть проводиться соревнований, больше проводиться мероприятий таких. Больше, и вообще городу на нормальный центр реабилитации. У нас его нету. Большую благодарность от Валерии, который там работает. У нас сейчас в зале тоже ситуация, что девочка там инвалид стала на ноги благодаря тренеру. Но это все единичные случаи. Мы не можем пропускать толпы людей через себя, как бы мы ни хотели помочь. Городу нужен хороший спортивный центр реабилитации с бассейном, со специальным оборудованием, потому что сейчас все, что делается, это огромный труд тренеров,
таких, как вот многие сидят, тренеров, которые от себя своим опытом пытаются людей поднять. Но профессионального реабилитационного центра его просто не существует. Все поразительно, да, начиная с того, что в аптеках нету пандусов, да, в военном госпитале нету условий, да, и крылья Феникса, благотворительный фонд, не государство, не Министерство обороны, а благотворительный фонд создает. Вот мы говорим о помощи участникам АТО, взрослым людям. Но я начинал нашу программу со слов о том, что Аня Куркурина, ну вот, действительно живая легенда. Она в буквальном смысле слова ставит на ноги вот совсем маленьких детей. Тех детей, которые благодаря ей наверняка войдут в жизнь, уже чувствуя себя полноценными, уже без этого синдрома, о котором говорит Илья. Давайте посмотрим сюжет. Багато хто в Україні сприймає діагноз дитячий церебральний параліч як вирок. Він ділить життя батьків дитини з ДЦП на до та після. І все після стає справжнім випробуванням мужності та витримки. Деякі перелякані матері залишають дітей відразу в пологовому будинку. Або трохи пізніше, при першій госпіталізації. Але є й ті, хто не злякався зазирнути в очі проблемам та труднощам і розпочав боротьбу з недугою дитини. Я мама Дані. Уже 6 лет мы воюем с болячкой такой, как ДЦП, и верим и надеемся, ну даже не надеемся, а больше знаем и верим, что мы победим и все будет хорошо. Дорогі обстеження, черги довжиною в кілька місяців навіть в платних реабілітаційних центрах та багато іншого стає невід'ємною частиною буденного життя людей. На щастя, є й ті, хто не залишається осторонь чужих проблем і допомагає дітям робити свої перші кроки в нормальне, безбар'єрне життя. Одна з найпоширеніших проблем діток з ДЦП – це непропорційний розвиток м'язів. Через це вони практично не можуть самостійно пересуватися. А хто може знати про м'язи більше, ніж професійні спортсмени? У эти ребята, когда они пришли, у Димочки были колени внутрь сведены. Я увидела, что тазобедренный сустав просто сдвинут на месте. Они опять же нашли специалиста, который подставил. И я дала комплекс упражнений на приседания, и мячик между ног был для того, чтобы расширить, улучшить работу тазобедренного сустава. Таким чином, багаторазова абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу Анна Куркуріна застосовує свої професійні знання для реабілітації дітлахів. И Аня нам постепенно начала указывать на самые слабые места. Самое слабое место у нас была спина, которую ребенок вообще держать не мог. Аня показала упражнения, с помощью которых мы накачали мышечный каркас спины, и ребенок стал более устойчивым и держать равновесие. И то есть вот так все в комплексе идет, и ребенок хорошая динамика, потому что еще 2 года назад у меня ребенок толком за одну руку не мог ходить, а сейчас он уже ходит, ну, самостоятельные шаги делает. Також 2 роки тому за консультаціями звернулась і мати Дмитра Сузінова. На той час дитина ледве могла сидіти. На даний момент ребенок почав самостійно ходити, і сам він може упасть, і сам з цього положення може встати, і затримати рівновесі, і піти далі, до определеної там, цілі, до опори якоїсь. Це все він почав недавно робити. Як відзначають батьки хлопців, спочатку діти пручалися довгим та іноді не зовсім приємним фізичним вправам. Але з кожним самостійним кроком жага їх виконувати почала зростати. Мені просто Аня допомагає робити упражнення, які ми вдома робимо. Вона нам це показує, ми ці упражнення вдома робимо. А потім, коли нам потрібні інші упражнення, то нам знову показувати, ми робимо їх вдома. На перший погляд, нібито нічого особливого у вправах і немає, але є результат. Ну, там пісідані, аджимані, качаю гантелі, пес качаю. Яке любиме у тебе упражнення і чому? Ну, мені любиме упражнення ноги на палку ставити. Чималу роль в комплексі реабілітації, як виявилось, відіграє і дух суперництва. Они звонят и спрашивают: Даня, что ты умеешь делать? И Даня говорит: я умею стоять сам. И тут начинается конкуренция. Мама, я тоже хочу сам стоять, потому что мой друг ходит. Я не хочу от него отставать, я хочу быть сильнее и лучше. Это очень много стимулирует и поддерживает их в форме всегда. Сама ж тренер пояснює досягнення хлопчиків просто.
когда видишь вот такие результаты. А результаты видеть только в том, ко мне много мам подходило, но результаты большие у этих. Почему? Потому что я им сказала приходить ко мне регулярно на осмотр и на комплекс. Они приходили, я говорю, я не могу заниматься с детьми. Дети больше вас понимают, но связь энергетическая между ребенком и мамой существует. И если мама с ребенком занимается каждый день, они получат такие результаты. Тож ці хлопці – це наочний приклад спільної роботи батьків, дітей та небайдужих людей, які деколи виступають в ролі, так би мовити, цілителів, що в свою чергу надає батькам хворих діток додатковий заряд сил та наснаги в боротьбі за нормальне безбар'єрне життя їх дітей. Отже, Аня, це ми бачили цих дітей, ну, розуміємо, що таке ДЦП, звичайно, там бувають різні ступені тяжкості. Втім, наскільки я розумію, ось ці фізичні вправи, які ви з ними робите, вони допомагають їм і психічно, інтелектуально також прогресувати. Бо хлопчик, який розповідав, який там гантелі тягає, він розповідає, ну, просто як нормальний маленький хлопчик. І я розумію, що йому це так важко, але саме завдяки, напевно, тому, що ви з цими дітьми робите, вони справді стають повноцінними, вони стають нормальними, вони не відчувають себе якимись чогось позбавленими. Так? Будь ласка, вам це простіше і цікавіше розповісти. Свій опит від многочисленної роботи з жінками, так як я вже років 15-18, не пам'ятаю, скільки преподаю фітнес, я учу дівчаток, ви будете здоровими і красивими тільки тоді, коли полюбите себе. Тобто робота не фізична, правильно, пацани? Ми в тренера, ми не працюємо тупо з тілом. Ми не ремесленники, не м'ясники, там відрізав, там прибавив. Мы работаем с головой. И когда женщина с головой, она говорит, ой, да, ты знаешь, ты правда сказала, что-то я себя не люблю. Я там мужу приготовила, там детям приготовила, на себя махнула рукой. Говорю, так вот с этого надо начинать. И вот с детьми с этого начала. Они пришли, мама, да, давай их жалеть. И постоянно на руки берут. Я говорю, а ну оставили детей в покое. Он сам поднимется, сам пойдет. То есть мы работали просто с детьми в плане игры. И конкуренция это очень большая вещь. Как и у женщин. Видела рядом конкурентку, да она выгрызет себе и мужу мозг, но она станет красивее, чтобы, не дай бог, конкурентка там рядом не появилась. Вот так и дети. Один пошел, другой говорит, мама, а ну брось мне руки, отойди, я тоже пойду, как Даня. И второй пошел, у меня Данька пошел еще полгода назад, и сейчас он еще плохо двигался, потому что перед съемками сместился диск. Ну, у меня мануальщик, который их подставляет, и ребенок по 2 километра уже ходит, Данька светленький. А этот посмотрел на него, и его такая злость взяла, он на маму начал орать, говорит, не трогай меня, я сам буду ходить, и смотрите, пошел. Это впервые пошел, вот вы пришли, и я впервые увидела, Аня, смотри, как я хожу. Ну, типа, что не только Даня, понимаете? Он, ну, конкуренция всегда была, если будет, это великая сила движения вперед, я вам скажу. Понятно. Большое спасибо. Алексей Александрович, вы о проблемах людей и детей с особыми потребностями знаете не понаслышке. Кому как не вам продолжить. Я хотел бы добавить, что очень важно теперь, чтобы эти дети пошли в школу и могли продолжить общение со своими сверстниками полноценное. К сожалению, вот я принес с собой документы, они называются «Як потрапити до загальноосвітнього дитячого садочка», да? «Як потрапити до школи». Это составлены нами документы, так сказать, дорожные карты. Так вот, я хочу вам сказать, что чтобы попасть в детский садик, надо выполнить 1, 2, 3, 4, 5, 6 листов того, что нужно сделать маме. А чтобы попасть в школу, нужно выполнить практически тоже 5 листов различных документов, собрать и пройти различных препонов, чтобы попасть в обычный садик или в обычную школу. То есть на сегодняшний день это сделать очень непросто. Родителям, которые ограничены в передвижении, ограничены в помощи, я скажу больше, это сделать практически невозможно. И под каждым документом или в каждом документе есть такое слово, как «может». Может створюватися, может брати, а может не брати, может давати, а может не давати и так далее. То есть это просто, вы знаете, это как бы замкнутый круг. И сегодня мы провели анкетирование родителей, где-то анонимное, где-то люди открывались. И я скажу, что на сегодняшний день наибольшее количество родителей обеспокоены прежде всего это отсутствием транспорта в нашем городе, отсутствием возможности передвижения по улицам и тротуарам, созданием доступности везде, прежде всего в нашем городе. И что сегодня беспокоит людей – это возможность их профессии в дальнейшем, выбора профессии обучения и возможности качества жизни ребенка с особыми потребами, то есть возможности самореализации. Конечно же, если дети эти не смогут пойти в детский сад, не смогут оказаться в школе, никакой самореализации, никакой профессии говорить нам не придется.
Спасибо большое. Тут наши зрители комментируют, и я сейчас обязательно озвучу. Однако у нас есть звонок зрителя, и давайте его послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Шановный ведущий и у вас присутствующие. Я звоню с города Первомайска, с Николаевской области. Меня зовут Геннадий Владимирович. Являюсь инвалидом армии, инвалидом войсковой службы. Я инвалид армии и инвалид войсковой службы другой группы по заболеванию бронхиальная астма. Я обратился в наш военный комиссариат на статус защиты Родины, исполнение военно-служебных обязанностей в рядах войсковой службы, в рядах армии. Он мне отписал, чтобы я обращался до областного военкома и в областную военную прокуратуру. Это питание защиты Родины. Может, я смысл не могу вопроса вашего понять, а время заканчивается. Скажите, а что вы хотите спросить? Ну, будем считать, что это такой небольшой сеанс психоанализа. Значит, вот то, о чем вы говорите, Алексей Александрович, есть вещи, которые совершенно очевидны. Да, мы с них начинали, и мы как бы так по кругу к ним вернулись. Есть вроде бы некое декларируемое желание создать для всех равные условия. И вроде как, и бюджеты у нас хорошие. Ну, хвастались, нормально бюджет выполняем, да. И вроде бы некая политическая воля, ну, по крайней мере, на публике провозглашенная есть. Вот что же мешает тогда, в принципе, эти вещи реализовывать? У меня есть очень хорошая знакомая невролог, она говорит, ну вот раньше-то детям тяжело было социализироваться, потому что вот они, если даже там дома их любят, с ними, ну, то такие вот дети, как с ДЦП, там, какими-то ограничениями, дома ими занимаются, но... Они изолированы от мира, то вот то, что сейчас их стали брать в обычные школы, это огромный прорыв. Я с ними работаю, я вижу, насколько они изменились, насколько они другие, и насколько важно для детей, которые рядом, вот воспринимать их как равных, просто где-то помочь. Мне рассказывали, говорят, идут двое одноклассников, старшеклассников, что-то там между собой болтают, тут как раз раз ребеночек, не то на костылях, не то на коляске, они так между делом его подняли по лестнице с двух сторон, поставили или на второй, на следующий этаж. И пошли дальше, как, ну, то есть, как само собой разумеется. Это нормально, это правильно, да? И мы все понимаем, это по-человечески. Это делает наше общество лучше, правильнее. Просто нормальными людьми мы становимся. Так почему же все те, от кого это зависит, и те, кто тоже это понимает? Ну, никто же мне не скажет, ну, что ты тут вообще фантазии какие-то разводишь, это ничего общего не имеет с действительностью. Никто же не скажет, я против. Так почему же те, кто реально может, для кого есть деньги, платить по 80 тысяч премии, да, там, за несуществующие проекты и так далее. Почему эти деньги, вот вы к ним ближе всего, Алексей Александрович, не идут на то, чтобы сделать вот доступным то, что доступно для каждого вроде, и для каждого гражданина должно быть одинаковым? Ближе к деньгам или к детям? Да, почему я ближе? На самом деле к деньгам нет, я не ближе. Я думаю, что вы ближе к центру принятия решений, скажем нет, так. На самом деле центр движется абсолютно в своем направлении. Вот, поэтому что я могу сделать, это прежде всего, во-первых, я такой же отец с двумя детками, которых мне нужно воспитывать, учить, реабилитировать в том числе. На сегодняшний день рабочий день ребенка с особыми потребами расписан практически до минуты. Я думаю, что все это понимают, да? Бывают такие ситуации, когда наши дети не успевают поесть, наши дети не успевают отдохнуть, наши дети едят в машинах. Наши дети иногда просто психологически, они выжаты как лимон. Почему это происходит? Это происходит потому, что нет транспорта, нет условий. Это происходит потому, что в школе несбалансированные уроки, в школах маленькие, может быть, перемены где-то. Да? Учреждения реабилитации находятся очень далеко от мест получения образования. Это не связано воедино. Это связано с бюрократическим аппаратом. Мы сегодня пытаемся это все поменять, пытаемся донести и поменять. К сожалению, это не всегда удается. Почему? Ну, потому что, прежде всего, существует старая советская закалка. И от многих чиновников мы продолжаем слышать, что
пандус будет портить здесь внешний вид исторического здания, или ваши дети будут мешать сегодня отдыхать здоровым детям, или ваши дети, мы не знаем, как с ними заниматься вообще, у нас нет специалистов. То есть придумываются различные причины для того, чтобы не делать прежде всего. Мы открыты всегда, родители открыты, люди с инвалидностью, они открыты для того, чтобы сотрудничать. Поэтому мы будем настойчиво продолжать стучаться и, конечно же, работать над этим. Но хотелось бы, чтобы мы попадали не из камеры в камеру, как вы привели пример с Ольгой, а чтобы мы все-таки выходили куда-то в свет и в открытое пространство. Поэтому мы стараемся это сделать. Мы буквально недавно встречались и с народным депутатом Кремнем, предлагали свои вопросы родителей детей с особыми потребностями в закон Украины про освіту. То есть мы стараемся стучаться во все двери, в том числе Министерство образования, наших местных управлений, средств массовой информации. Мы собираем родителей, рассказываем им. У нас открыта страничка в Фейсбуке, мы общаемся. Мы не закрыты на сегодняшний день, но сделать это действительно трудно. Спасибо большое. Максим Рёда из комментариев. Да, хотел сказать насчет пандуса всех проблем. На самом деле общаюсь часто и очень часто с многими руководителями, да, и чиновниками, и депутатами. На самом деле просто, мне кажется, творится бардак. Вот и все. То есть люди, которые стоят у власти, они просто тупо не дорабатывают. Никто не мешает. То есть ГАСКа, архитектура, когда касается каких-то вопросов, решений, они четко все знают. Четко знают, какие вопросы решить. Когда касаются вопросы вот такой проблемы, у нас получается, они почему-то не в курсе, что весь город и аптеки, там, эти пандусы, они, ну, или их нету вообще, или они там сделаны черти как. Никто ничего не знает. Как надо где-то проверить за деньги, все четко знают, куда идти и что надо делать. То есть нет четких технических норм. Объект должен просто тупо не сдаваться. Должна быть проверка. Если эта проверка не приехала, если эта проверка не доработала, надо разбираться с этой проверкой и вообще задавать вопрос, а надо ли нам эта архитектура и газка, которые не дорабатывают. Надо ввести нормы. И строится, допустим, там частный предприниматель, я понимаю, что с бюджетниками там тяжелее вопрос, да? Допустим, строится ЧПшник, строится какой-то магазин, строятся какие-то огромные центры. Это должно быть в априори заложено изначально, как проектная документация. И четкие, не просто сделать пандус, а сделать четкие нормы. Отошел от нормы — штраф. Так не вот сделал, Максим, не ввели в эксплуатацию. Оно как бы должно, но только это никто не контролирует этого. Они не хотят, этого. Это никому не надо. Там вопросы другие решаются, другие цифры, ну, решаются. Оно я им вот тупо не надо. Вот, вот у нас здесь часто бывают, рождаются какие-то идеи. И там Валерия Кисляк, кстати, есть одна идея, которую, я думаю, он сейчас озвучит. И не очень хочется верить, что она тоже получит отклик. Но вот я совершенно четко обещаю, что если вы, как руководитель общественных организаций, возьметесь за то, чтобы собрать необходимые документы, под которыми четко есть подписи, есть ответы и так далее, то я с большим удовольствием, невзирая на занимаемые должности, вот поверьте, просто озвучу имена этих героев в нашем эфире, чтобы все знали, у кого слова расходятся с делами, а кто действительно отвечает за свои слова. Пожалуйста, Алексей Александрович, потом вы. Я хотел бы прежде всего сказать, что все зависит от приоритетов. Понимаете, когда мы отчитываемся о чем-то материальном, мы, конечно же, говорим о том, что мы что-то сделали. Но приоритет в нашей жизни, да, и прежде всего в жизни городской власти, депутатов в том числе, это приоритет люди. Люди, их здоровье, их продолжительность жизни, их количество в нашем городе, их статус и возможности самореализации. Вот когда мы просто-напросто поменяем там приоритеты, когда нам удастся повернуть какой-то шурупик в их головах, понимаете, каким-то образом, чтобы они вместо денег видели прежде всего людей, да, вместо дорог, это дороги, это прекрасно, но видели людей прежде всего и уровень их жизни, обеспечения, тогда, наверное, что-то поменяется. Прежде всего, давайте вот расставлять приоритеты. Люди, а потом все остальное. И, конечно же, отсюда нужно исходить решение сессии, принятие решений по строительству, принятие решения различных других. Прежде всего, это люди. Спасибо. Ну, Илья Равенко, потом Илья Шполянский. Пожалуйста. В свое время тоже как бы война не прошла мимо меня. У меня у молодого человека забрали воевать. И, вы знаете, когда смотришь телевизор и передают, что вот в зоне, где он попал, там Дебальцев, когда бы передают, что ребята несколько раненых, там без рук, без ног и неволен, сама сидишь в четырех стенах, начинаешь себя накручивать. А как он вернется, вот какой он будет? Ну, к моему счастью, в 18 лет столкнулась, у меня тоже есть группа инвалидности, и поэтому я к этому нормально отношусь. У меня не было проблемы или страха, что он вернется там без, ну, вот, с какими-то вот, покалеченной.
Быть может, у нас нужно отдать должное тем женам, именно женам. Родители всегда примут своего ребенка в любом случае. А именно вот таким вот, как Ольга Малярчук, которые вытягивали не только своих мужей, поднимали на ноги, не давали им сдаваться, но и других, там, всю палату, весь госпиталь поднимали. Вот это вот моральное. Государство государством, да, выплаты, это все хорошо. Но главное, вот как общество это принимает, как Оля говорила, это не только касается ребят, которые возвращаются по калеченной зоне АТО, но всех полностью инвалидов с ограниченными возможностями. Недавно смотрела передачу, когда пришла мама с ребенком, который с ДЦП, расстроенная, пусть говорит Украина, если не ошибаюсь, в истерике, что вот так у нее не такой ребенок. И она гнобила всех и винила всех. А ребенок сам вот затюканный, забитый, то есть, ну, вообще, ну, там, не знаю даже, как это объяснить. И также противоречие поставили маму, пригласили, которая пришла с ребеночком, такой же самый диагноз. Но они светятся, она любит своего ребенка, она вкладывает в него всю любовь, и она говорит, я верю, мой ребенок поднимется. И действительно, психологи говорят, что нужно больше любви, заботы, непосредственно близких, родных людей, чего, к сожалению... Ну, вот вы, кстати, помните, вот мамочка одна, да, вот в сюжете об Анне Куркуриной, которая занимается с детьми, говорила... Мы верим, нет, мы знаем, мы уверены, у нас нет никаких сомнений. Вот это вот очень правильная установка. Мне тут, кстати, вот зрители пишут, что в Англии благотворительные государства, на самом деле, поощряя благотворительность, у них там есть целые программы, они тратят 10 фунтов, ну, условно, да, на то, чтобы собрать 1 фунт. Потому что, собственно говоря, задача как бы стоит не в собирании денег как таковых. Задача состоит в том, чтобы научить людей эмпатии, научить людей понимать необходимость помогать другим. Это делает общество здоровее. И вот что самое поразительное, вот то, что я говорил перед этим, да, что ведь мы все это понимаем, общественники, вот волонтеры, ребята, которым есть чем заниматься, которые могут там каждый час своего времени хорошо продать обеспеченным людям. Они занимаются тем, что ставят на ноги тех, кто нуждается в помощи. А государство, а даже не будем говорить государство там глобальное, потому что это ведь вопросы не государственные, это вопросы коммунальные. А вот местные руководители, депутаты, чиновники, они прекрасно себя чувствуют. Слушайте, когда я узнал, что у нас господин Солтис теперь возглавляет комиссию, которая проверяет коммунальные предприятия, то вообще где, скажите, предел цинизму, да? А так у нас во всем. Поэтому я еще раз говорю, пожалуйста, все адреса, пароли, явки, которые касаются вот той темы, которую мы обсуждаем, будут просто с особым цинизмом опубликованы в нашем эфире. Я надеюсь, не только в нашем эфире. Я надеюсь, что коллеги из разных СМИ меня поддержат. Вот, чтобы страна знала своих героев. Илья Шполянский, большая секунда, Илья Шполянский хотел. Да. Первое. Очень важно, чтобы человек, который получил инвалидность, в частности на войне, понял, что это может быть его вторая жизнь. Совершенно другая. Вот ваш коллега Александр Терещенко, который потерял две руки и глаз в аэропорту, а он был оператором телевидения, то есть фактически он потерял свою профессию, потерял ту жизнь, которая была. Он сейчас очень активная общественная деятельность, и он просто солнце, которое светит для людей, которые вокруг него. Он действительно поддерживает огромное количество. Это вот очень важно. А дальше я хотел бы добавить ремарку вот к словам Алексея. Алексей не сказал страшную для всех аббревиатуру для всех родителей детей с особенными потребностями, так называемые ПМПК, психолого-медицинская педагогическая комиссия. Вот, в этих ПМПК, причем, Алексей, я знаю, что такая ситуация вся по Украине приблизительно одинакова. Нужно родителям добиваться, доказывать. То есть это не помогают ребенка инклюзии, а мешают и максимально находят любые методы, чтобы не допустить ребенка учиться. Вот вы понимаете, Ярослав, вы говорили о том, что государство не помогает, а здесь другая ситуация. Здесь мешает, здесь не допускает. И третье, это о деньгах.
В этом году, Оля знает, в том числе наш общий проект, это началось в 16-м, точнее, году, установка пандусов в подъездах. Но это просто была фантастика, когда, кстати, на той комиссии, где есть в том числе и Солтис, комиссия по коммунальной собственности, представьте себе, члены комиссии на полном серьезе говорили, что пандус за 5000 гривен металлический, это дорого, давай делать деревянный пандус в подъезде. 5000 гривен, масштабы городского бюджета. Ну, это просто, то есть, они на самом деле просто, люди, которые с ними пришли парировать, онемели от этой наглости, от этого уровня цинизма. А все очень просто, потому что это не та сумма, на которой можно украсть. Ну, говорю прямо. Спасибо. Нелли, у вас был комментарий? Да, у меня два слова. У нас здесь Наталья присутствует. Что хотела сказать, у нее ребенок также с инвалидностью. Это человек, который посвятил себя полностью своему сыну. И она подняла его на ноги. Я уверена, что с такими вот мамами, с такими женами наши мужья и дети, они в скором времени и будут и бегать, и... Вот благодаря нашим женщинам. Спасибо, Наталья. Ну, я напомню, что никто вас не лишал слова. Если вам есть что сказать, то, пожалуйста, дайте мне понять, что вы готовы говорить. Да. Я еще раз хочу... Я хочу сказать, во-первых, спасибо, что вы подняли эту важную тему. Для меня это было неожиданно и очень приятно, что все больше круг людей, которым это тоже больно, интересно и важно. Хочу сказать спасибо ребятам, которые вот дают реабилитацию и включают людей с инвалидностью. Не просто занимаются, а именно в свой коллектив. Вот Анна Куркурина, ребята, в частности, в команде Анны Куркуриной мы занимаемся. Мой сын занимается с ее учеником. Я безумно благодарна той атмосфере психологической. Это непередаваемо. Это надо прийти в клуб и увидеть, услышать и пощупать. Что касается доступности, для меня это тоже очень все близко. В частности, вот эти сюжеты, которые вы показывали, они собраны нашей командой. И акция «Николаев город доступный для всех». Это, знаете, для посторонних людей, которые меня встречают и говорят, вот вы повозили мэра на коляске, и съезды стали делаться. Ну, это же не так. И мы понимаем, что это не так. Несколько лет большое количество людей, Оля, Алексей и не только, обивали пороги. Акция была последней каплей многолетней работы для того, чтобы в этом году сделалось на Садовой 16 съездов. Все. То есть это, в принципе, все, что было сделано в городе вообще? Это то, что касается съездов. Ну, возможно, еще несколько сделано, может, я не знаю, возле школ, да, планировали делать после Садовой. Но на самом деле это очень маленькое количество, учитывая, что начали их делать с июля месяца. Вот, это первое. И второе, я бы хотела сказать по пандусам возле объектов. И о доступности в целом, которая зависит не только от государства, не только от бюджета города, но и от частных предпринимателей. В двух словах о государственном бюджете. Деньги выделяются на пандусы, но когда вместо пандуса два, как я называю, рельсы, швеллер, деньги выделены, как бы доступность для галочки обеспечена. Это один момент. Второй момент. Предприниматели, которые делают доступность и делают ее неправильно, да, эти пандусы, из которых ваша дочка ездит с горки, они считают, что они это сделали, но не вникая, зачем. Вот я часто вижу пандусы, и у меня такое впечатление, что человек вообще не задумался, что это и для чего это. Вот. Я хочу сказать, что эти люди должны понимать, что доступностью, во-первых, они улучшают себе имидж, потому что это правильно, это современно, это гуманно на сегодняшний день. Это первое. Второе. Ведь эти пандусы нужны не только для колясок, они нужны для детских колясок, они нужны для людей с палочкой, они нужны, есть целая категория маломобильных групп. И люди, обеспечивая доступность, они привлекают, они увеличивают поток клиентов в любое свое заведение. И еще два слова буквально. Совершенно вот недавно мы решили провести мероприятие для людей с инвалидностью, именно для колясочников. Вот, и мы искали в нашем городе заведение, типа кофейни, типа ресторанчика, которое было бы доступно для людей на колясках. Нашли? Максимум – это пандус. Доступный вход. Доступный туалет есть только в здании Никотеля.
Все, больше в городе. А на самом деле доступный туалет. Это широкая дверь и один поручень возле сиденья. Все. Все. Вот на самом деле... Спасибо. Есть комментарии у Александра, есть у Игоря. И у нас еще есть человек, который не говорил за всю передачу. У нас есть специальный сюжет, чтобы вас представить. Так что давайте вот мы закончим и перейдем к этому сюжету. Пожалуйста. Тезисами звучало несколько раз. Нельзя жалеть. Звучало от Нелли. И ну, Неллину мысль возьму, что спасибо женам, спасибо коллегам, спасибо тем, кто взаимодействует. Вот разница... Жалея, мы фокусируемся на том, что плохо. Да? То есть мы посмотрели, погладили себя, я пожалел, я понял, что он бедненький, справился неэффективно. Чем отличаются замечательные жены, коллеги и прочее? Они обращают внимание на возможности человека. Они не задают себе вопрос, что этот человек не может. Они задают себе вопрос, что этот человек может и чего этот человек хочет. И тогда мы, задав эти вопросы, внутри себя получим эффективную эмоцию, эффективную мысль и будем обладать эффективным действием. Ну, каждый из нас задает себе вопрос, ну хорошо, не жалеть, а что делать? Задай себе вопрос, что этот человек может и что этот человек хочет. И в ответ на эти вопросы ты получишь ответы с каждым конкретным человеком с особыми потребностями, а не с ограниченными возможностями, и найдешь, что с ним делать, как с ним взаимодействовать эффективно и легко для себя, чтобы не от ума, а просто от интуиции. Ну, просто комментарии, что делать спасибо с собой. Спасибо большое, Игорь Пух, целую передачу копил. Что да. скажет? Ну, я не то чтобы делись. Копил, я внимательно старался очень внимательно послушать всех, потому что тема такая, ну, достаточно щепетильная, непростая, с одной стороны, а с другой стороны, она, ну, такая же тема, как и любая важная социальная тема. Я вот что хочу сказать. По поводу вот пандусов, увеличения доступности, привлечения как бы дополнительных клиентов, я вспоминаю такой очень коротко расскажу случай, когда я еще работал в газете и в период одной из предвыборных кампаний, я уже боюсь ошибиться в какой, не такой давний, позвонила на редакционный телефон одна пожилая женщина, где-то она там в районе Северного жила. Живет, я надеюсь. Вот. И просто рыдая в трубку, рассказала, что сколько бы она ни билась, живет она на 9-м этаже, плохо ходит, ну, старенький человек, одиночка, и сколько она ни билась, кого ни просила, куда только письма не направляла, и по поводу пандуса, да, вообще никто не реагировал. Ноль вообще. Причем в течение там нескольких лет. И вот она, что делать? Я говорю, знаете, давайте я попробую связаться, ну, с любым кандидатом. Да? Ну, а так как мы все знаем, что в период предвыборной кампании этим, в принципе, можно и нужно пользоваться, обязательно. Потому что, ну, бывает так, что после окончания кампании все куда-то пропадает и исчезает. Вот, я действительно связался с пресс-секретарем одного из кандидатов в народные депутаты. И что вы думаете, буквально через 4 дня, я четко это помню, эта женщина позвонила и с, ну, просто безумно радостным голосом сообщила, что приезжали вот от такого-то кандидата, сделали пандус, теперь она счастлива, и не только она, потому что есть еще много инвалидов в доме и так далее. Это такой просто эпизод. А в принципе, завершая то, что я хотел как бы сказать в нескольких словах, я уже когда-то говорил на одном из эфиров, что наше общество убивает равнодушие. Вот всеобъемлющее, всеобщее какое-то равнодушие. Дело в том, что люди, которые нас смотрят по ту сторону экрана, это наше сообщество, они прекрасно видят, слышат и понимают, что вот эти все прекрасные, замечательные люди, которые занимаются проблемами людей с проблемными, да, проблемными людьми, выйдя из студии и растворяясь как бы в городе, они будут растворяться в городе и будут точно так же заниматься. Может быть, кто-то добавится еще. Но в принципе, основная масса людей, они такими же равнодушными и остаются. К большому сожалению. Это от многих факторов зависит, их можно там перечислять очень долго. Но тем не менее, вот на мой взгляд, субъективный, равнодушие убивает нас всех, общество. Как избавиться от этого? Не могу сказать, но, возможно, с помощью вот таких программ, как наши. Ну, собственно говоря, я прекрасно понимаю, что будет эта программа или не будет, а все вот те, кто здесь есть, они все равно будут делать то, что делают. Конечно. И мне просто кажется важным рассказать
всем, что это на самом деле, ну я не скажу, что это просто, но это правильно, это естественно, это ну, по-человечески думать о тех, кто рядом, и тех, кто не просто от тебя чего-то требует, потому что вот я инвалид, и поэтому дай мне, ты виноват, потому что мне плохо, да, а который говорит, дай мне возможность быть таким же, как ты. Вот вы делаете великое дело. И почему вы его делаете, ну, чаще всего в одиночку, в том смысле, что, ну, ладно, там, вы понимаете проблему лучше, вы где-то там в каких-то тонкостях больше разбираетесь, но, казалось бы, ну, есть же вот власть у нас в городе, да, есть люди, ну, не только мы говорим о Николаеве, хотя я понимаю, что на самом деле это касается там Баштанки и, не знаю, там, Первомайска и кого угодно, но вот есть же те, где депутаты, которые там делят бюджет, есть те чиновники, которые пилят этот бюджет и так далее. Так вот, вот спрашивается, почему даже наличие нештатного помощника, нештатного советника, да, что позволяет говорить, а у меня теперь не просто так, я продвинутый, потому что у меня есть специальный помощник, который мне рассказывает об этих вот очень правильных европейских тенденциях, ничего не гарантирует в принципе. Вот для меня это на самом деле остается загадкой, и самое страшное, что не получаем мы ответов на эти вопросы. Я прошу прощения, еще буквально там несколько секунд. В процессе децентрализации, особенно финансовой, да, которую мы с прошлого года вот все время обсуждаем, в эфирах там, и так далее, и так далее, то есть те дополнительные, довольно большие деньги, которые в местных бюджетах появляются, появились и появляются, а в результате выборов в объединенной территориальной громады тоже, то есть в области, да, так вот, я лично нигде не слышал и не видел, чтобы кто-либо из кандидатов, допустим, на поселкового голову, да, новой этой громады сказал, что, например, приоритетом, вот о чем вы говорили, да, в каком-то селе, да, будет, ну, в результате дополнительных денег, будет, например, ну, те же элементарные пандусы или какие-то еще вещи. Ведь в селах тоже живут люди-инвалиды, не только в городах, они везде. Никто нигде не говорит, потому что они даже не представляют, что это нужно делать обязательно. Ну, знаете, был такой декабрист Иван Пущин, он сказал о Дон Кихоте, он для того нужен был, чтобы всех остальных устыдиться заставить. Так вот, мне кажется, что, может быть, наша передача действительно хоть кого-то устыдиться заставит. Я понимаю, что нам есть очень много чего сказать, однако мы уже подходим к финалу программы. У нас еще есть Филипп Матковский, это заместитель директора по медицинской работе. Тут длинная аббревиатура, я думаю, вы правильно ее скажете, МДПОП. Будь ласка. Николаевское государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие. Понимаете, проблема доступности, она велика, но есть еще проблема, на чем будет передвигаться данный пациент. Это касается наших пациентов, которые перенесли ампутацию конечности и пользуются протезированием. Ни много ни мало у нас в медицинском отделе предприятия на учете находится на сегодняшний день больше 16 тысяч человек, которые пользуются услугами нашего предприятия. Это и протезно-ортопедические изделия разные. Это и протезы конечностей, и ортезная система аппарата Дутера Корсета. Это и ортопедическая обувь. Категории людей, которые у нас обеспечиваются, это и инвалиды. Люди, которые имеют статус инвалидность, это и дети до 18 лет, это те же участники АТО и переселенцы, которые вынуждены были покинуть зону АТО, переехали в нашу область. И те изделия, которые мы делаем, да, я согласен, вот говорили вы, что, может быть, не настолько они функциональны, высокофункциональны для пациента, но дело в том, что мы государственное предприятие и финансируемся из бюджета и работаем в тех рамках, которые нам позволяет закон. То есть есть, ну, грубо говоря, номенклатура, да, спецификация изделий, которые мы выпускаем. И в зависимости от степени мобильности пациента, от его функциональных требований, которые он предъявляет к этому изделию, соответственно, может комплектоваться то или иное изделие. И под это изделие есть соответствующая, это называется, ограниченная цена, выше которой, к сожалению, мы не можем прыгнуть. И поэтому
Может быть, если хотел человек, хочет получить какое-то более функциональное изделие, к сожалению, по закону мы не имеем права ему поставить тот или иной узел. Хотя на сегодняшний день эти рамки довольно сильно расширены. На сегодняшний день мы имеем возможность для молодых, для активных пациентов, которые действительно перспективны в вопросах передвижения на тех или иных протезно-ортопедических изделиях, комплектовать и узлами, и стопами, как говорите, высокофункциональными комплектующими. Поэтому, если у ребят есть какие-то вопросы, милости просим. То есть наше предприятие, ни много ни мало, в этом году уже вот будет юбилей, 20 лет как существует, и специалисты, которые работают у нас, это довольно высококвалифицированные, они проходили стажировку и за границей, и постоянно повышают квалификацию в институте протезирования в Харькове. То есть, пожалуйста, обращайтесь. Никогда мы не отказываем и всегда рады помочь. Спасибо. У нас есть очень хороший сюжет. И я должен сказать, что несмотря на то, что вроде как бы вот это ваше предприятие, оно и так по профилю своему занимается, в общем-то, этими вещами, но и вы тоже, в общем, умудряетесь заниматься еще и волонтерской деятельностью. Об этом там тоже есть в этом сюжете. Давайте его посмотрим. У Миколаєві 20 років працює державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Воно складається з трьох відділів – медичного, протезного та адміністративно-сервісного. Протези і ортези, що виготовляються на підприємстві, мають високі технічні характеристики, адже використовуються сучасні європейські технології та матеріали. Пацієнтів приймають як амбулаторно, так і на стаціонарі. Стаціонар розраховано на 12 коек. Ежегодно по відділенню проходить около 170 пацієнтів. Знаходяться люди на повному забезпеченні, чотирьохразове питання, полный пансион. Есть зал спортивный, тренировочный, в котором они проходят курсы физической реабилитации. Есть небольшое отделение физиотерапии. Мы не больница, мы не оказываем медицинских каких-то услуг, не проводим операции, но мы ведем медицинское сопровождение. Это реабилитация физическая, физиопроцедуры, лечебная физкультура, гимнастика, массажи и обучение человека пользоваться протезом, передвигаться на протезе, ну, его подгонка, регулировка. На взуттєвій ділянці підприємства виготовляють індивідуальне ортопедичне взуття будь-якої складності з використанням натуральних матеріалів та сучасної фурнітури. Чималу увагу приділяють жінкам, котрі перенесли операції з часткового чи повного видалення молочних залоз. Адже таким пацієнтам важливо правильно підібрати протези за конфігурацією, розміром та ваговими критеріями. На нашому підприємстві вже около року функционирует кабинет по обслуживанию женщин после радикальной и частичной мастектомии. Мы выдаем протезы молочных желез. Значит, в этот комплект входит протез молочной железы, три лифа в исполнениях цветовых, черный, белый, бежевый и компрессионный рукав по назначению. Значит, протезы молочных желез сделаны с высококачественного силикона, который имеет свойства очень сопряженные со свойствами молочной железы. Он очень быстро аккумулирует теплоту. Підприємство державне, тому активно впроваджує соціально значущі проекти. Предприятие сейчас активно занимается продвижением социальных проектов по предотвращение плоскостопия и сколиоза у детей. Отправляем бригады выездные по месту учебы в детские сады, в школы для предупреждения и профилактики детских заболеваний ортопедических, сколиоза, плоскостопия. Згідно затвердженого графіку, до дитячих садочків та шкіл виїжджає група фахівців з відповідним обладнанням та проводить огляд дітлахів. При виявленні проблем опорно-рухового апарату проводиться сканування стопи. Причини всі різні можуть бути. Це швидкий рост, неправильна обувь, нарушення осанки. Також наслідственний фактор може присутствувати. Хоча б раз в рік потрібно планово проходити ортопеда-травматолога, осмотр, чтобы заранее выявить подобные проблемы. Чем это грозит? Это артроз, хронические боли, деформация конечности, опять же, нарушение осанки.
Страдают в основном это дети с раннего возраста. Бытует мнение среди травматологов, что нужно с рождения профилактически применять ортопедическую обувь, стелечки. Другой лагерь докторов придерживается, что до 3 лет вообще не надо туда лезть, так как стопа еще формируется. Родители должны обращать внимание, это однозначно, на ножки своих детей, чтобы потом в дальнейшем не иметь проблем. Як бачимо, діяльність протезно-ортопедичного підприємства важлива та актуальна. Державний бюджет передбачає чималі кошти на виготовлення технічних засобів реабілітації. Сьогодні в Миколаївській області проживає понад 60 тисяч інвалідів. Для отримання безкоштовного протезу знадобиться довідка від лікаря, індивідуальна програма реабілітації та паспорт громадянина України. От мені тут пишуть наші зрителі. Пандус возле 34-й школы с лета делается, тот, который с тротуара на дорогу. Его все обходят, ибо это просто незаасфальтированный гравий. И смех, и грех. Вот мне кажется, что вот такие вещи, они, как ничто другое, служат абсолютно точным описанием и отношения власти, вот местной власти, не государственного, там бюджета, ничего остального, ведь не об этом идет речь. А вот те, кто здесь рядом с нами ходит по этим улицам, общается с этими людьми, в глаза смотрят вот таким родителям, да, вот именно этих наших людей, этих наших руководителей, этих наших чиновников, этих наших депутатов, вот их отношением к нам. Вот это вот идеальные примеры, вот то, о чем говорил Алексей, вот эти вот унизительные комиссии, да, то, что мы видели вот на этом видео с этими пандусами и так далее. Вот, знаете, я пока у меня не появился ребенок, я все думал, ну, Господи, ну, что там спортивные площадки, что там вот рассказываю, построил спортивную площадку, стал депутатом. На самом деле, я вот только сейчас понял, насколько, и там детскую площадку, да, насколько это важно. Так и возможно, вот эти проблемы инвалидов. Кому-то кажется, Господи, что там придумали пандусы, большое дело, не может там соседа попросить в аптеку сходить. До тех пор, пока сам вот на коляску, как мэра посадили, не сядешь, да, или там сам в гипс не попадешь, не понимаешь, насколько это важно. И не понимаешь, насколько мы, вот, по сути, оказываемся бесчеловечными рядом с теми, кто, в общем-то, всего-то и требует быть таким же, как мы. Не требует от нас ничего особенного. Ну, это, в общем, конечно, мне кажется, риторические выступления, поэтому я думаю, поскольку мы уже подходим к самому концу программы, самое время по 2 минуты предоставить нашим гостям, чтобы они подвели итог нашей передачи. Ну, давайте, наверное, Валерий, начнем с вас. Я благодарен. Я благодарен Ярославу за приглашение в студию и за возможность использовать экран для обращения. Небольшой вернусь чуть назад, еще раз вернусь к играм героев, которые прошли в прошлом году во всех крупных городах Украины. И наша команда обеспечивала техническую часть проведения этого мероприятия здесь, в Миколаеве. Мы показали высокий класс и были приглашены в качестве экспертов, судей на финальные соревнования, которые прошли в Дворце спорта в Киеве. Там обратил внимание на себя человек, который выступал в этих соревнованиях. Еще я тогда не знал, что он наш земляк, его фамилия Володя Воропай. Он боец одного из спецподразделений, которое базируется на Николаевщине. Обратил внимание именно тем, про что говорила Аля Финькова, то есть желанием своим. Он не требовал желанием, рвением. Единственное, я также обратил внимание на то, что механическое, техническое изделие его не выдерживало никакой критики. Володя, ну, как наш земляк, он может стать примером для ребят, которые получили такие же ранения, которые лишились конечностей, не только в масштабах Николаевщины, он может стать примером для таких же ребят в масштабах Украины. Поэтому, используя сейчас экран телевизора, хотелось бы попросить небезразличным людям, которые имеют финансовую возможность, помочь Володе
получить хорошее механическое средство, которое позволит ему свое спортивное мастерство совершенствовать, которое позволит ему выступать в соревнованиях, мотивировать таких же, как он, на какие-то свершения, социально адаптироваться и так далі. Спасибо большое. Спасибо большое. І Любов Петрівна, будь ласка, ваша черга. Я хочу продовжити тему про протезно-ортопедичні вироби і сказати, що діє сьогодні в Україні програма, в якій виділяються кошти з державного бюджету для того, щоб забезпечувати ось таких, як ви говорили, інвалідів саме підвищеною функціональністю протезами за кордоном. І тому треба звертатися до органів соціального захисту населення. Будь ласка, приходьте. І ці питання також вирішуються. Да. Ось. І, як і багато інших, тому що сьогодні дійсно працюють програми саме і санаторно-курортного лікування для бійців АТО, для мобілізованих. Працює програма щодо професійної адаптації. І кошти, ось які буквально реалізували ми в кінці минулого року для забезпечення житлом, знову ж, інвалідів третьої групи, 7,5 мільйонів гривень було виділено з обласного бюджету для того, щоб придбати квартири саме для цієї категорії осіб. Тому що на державному рівні діє програма, яка забезпечує інвалідів першої, другої групи саме житлом, а також інвалідів, які втратили нижні кінцівки або пошкоджені. А ось для цієї категорії не було державної програми. І саме на рівні області було вирішено питання, і депутати підтримали, і такі квартири були придбані. Це якщо говорити ось про ті дієві заходи, які органи влади вживають для того, щоб підтримати цю категорію осіб. І ще хочу сказати, що, можливо, ось навіть 5 років назад, якщо от час відмотати, то от такої, напевно, аудиторії, яка сьогодні небайдужа саме до проблем інвалідності, напевно, б не могло бути. І тому вже те, що сьогодні і влада, і ось такі дуже активні саме представники громадських організацій сьогодні багато роблять для того, щоб вирішувати саме питання осіб з інвалідності. Я думаю, що результат буде, і маємо надію, що дійсно ця категорія осіб буде мати підтримку як і на державному рівні, так і на місцевому рівні. Спасибо большое. І Олексій Олександрович, пожалуйста. Ну, я хотел бы несколько вопросов сразу осветить. Первое, конечно, попросить, наверное, наших чиновников, нашу власть, наших депутатов выбирать приоритеты, то, о чем я говорил. И выбирая приоритеты, понимать, что можно не закупить моющие средства, конечно, да, но если ты не обеспечишь доступность, если ты не построишь соответствующее здание, если ты не купишь соответствующий транспорт, это будет гораздо хуже. Конечно же, хотел сказать нашим родителям несколько слов. Нужно бороться за свои права, нужно отстаивать свои интересы, нужно не бояться этого делать. И только тогда, когда мы будем все вместе, когда нас будет много, нас услышат. И, конечно же, хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в наших акциях в этом году. Спасибо, что приглашаете нас, спасибо, что не забываете. Это легкоатлетический пробег, это морские, речные прогулки, это мастер-классы. И огромное спасибо вам, спасибо студии, спасибо всем присутствующим. Я надеюсь, мы продолжим общение. Наконец-то мы смогли встретиться со многими людьми, которыми знакомы заочно. Я думаю, что благодаря этому мы, конечно же, продолжим и развитие наших детей. Спасибо. Спасибо вам. И, в общем, зрители, я не случайно так столько времени уделил сейчас планшету, потому что зрители активно пишут. И, в общем-то, это скорее просто эмоциональная поддержка. Люди просто пишут, что мы правильно говорим о правильных и нужных вещах. Благодарят нас за это. Собственно говоря, благодарят каждого из вас. Тут есть и персональные благодарности, и общие. Однако не будем тратить время, его совсем мало осталось. И я думаю, что очень логично как раз вот психологу Александре Финьковой вот подвести сегодняшний итог нашей программы. Будь ласка. Ох. Человек так долго остается человеком, как долго он замечает и чувствует чувства других. Та самая эмпатия, которая сегодня уже упоминалась. Мы не всегда видим по человеку, что у него особые потребности.
Но если это очевидно, то ну просто грешно это игнорировать. И если каждый из нас возьмет на себя труд уделять чуть больше внимания, чуть больше денег и чуть больше времени тем, кто рядом с тобой, никто не говорит о значительном взносе от каждого. То, что уже не раз говорилось, что не каждый может сдать по 1000, не каждый может уделить сутки. Но если 100 человек потратят копейку, если 100 человек потратят 10 минут, это окажется очень много времени, очень много денег и очень много помощи. И привыкнув помогать, оказываешься в ситуации, когда уже не можешь не помогать. И когда понимаешь, что помогая, живешь с настолько большим удовольствием для самого себя, имеешь настолько больше поводов для радости для самого себя, потому что радуешься не только за себя, не только за тех, кого знаешь лично, но и за очень широкий круг людей, за очень многие события становятся поводом для внутреннего света, для вдохновения. Жизнь становится разнообразней. Посмотрите вокруг себя, обнаружьте, как легко принести радость и помощь тем, кто рядом с тобой, и тем самым наполнить радостью и светом собственную жизнь. И я думаю, тогда мы перестанем взывать к какой-то непонятной власти, к каким-то непонятным структурам, и поймем, что каждый из нас может сделать по шажочку, и тогда вся страна сделает просто рывок. Дякую, Валю. Я хочу сказати, що важко щось додати до тих слів, адже кожен з тих, хто тут присутній у нас сьогодні на програмі, він є наочним уособленням, живим підтвердженням того, про що каже Аля. Зрозуміло, що не можна все змінити одразу. Зрозуміло, що не можна усіх, так би мовити, перевернути у свою віру. Але можна подати приклад. Можна зробити так, щоб люди, які вагаються, не знають, що можна зробити. Побачили, що можна зробити ось це. Можна зробити те, про що каже Аля. Можна зробити те, що робить Максим, Валерій, Оля, Неля. Будь-хто з тих, хто сьогодні бере участь у нашій програмі. Кожен з нас може зробити цей світ хоч трошки краще. Коли нас багато і коли ми всі думаємо про те, що це наш спільний світ, то тоді він справді змінюється. Змінюється і стає справді кращим. Отже, не будьте байдужими. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.